эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, и сегодня у нас на одном из современных календарей 16 июня 2016 года, четверг. А по одному из старинных календарей у нас 26-й день, месяц ветров, 7524-го лета, пятница. Мы начинаем разговор в нашем эфире на тему «Славянские обряды как духовные практики». Главный следующий – скрипящий, шумящий Сурьер. Здравия тебе, Сурьер! Здравия, Алексей, здравия всем Радовичам. Ну вот, как Извини секунду, слышно меня нормально, потому что нового оборудования чужого, но не моего, поэтому не очень понимаю, как им управляться. Да, и не только тебя, а все, что происходит вокруг тебя. Ну, значит, две недели у нас пролетело незаметно, и вот мы с тобой в очередной раз встречаемся в эфире. Надеюсь, наши радиослушатели приготовили вопросы по теме, нам будет на что поотвечать, ну и, естественно, что рассказать. Итак, славянские обряды как духовные практики. Ну, про слово «обряды» мы уже неоднократно говорили, уже расшифровку давали этого слова. Теперь давай перейдем, наверное, к духовным практикам, а потом вместе с одним духовные практики и славянские обряды. Ну, хотя я буду следовать от того, что ты вот посчитаешь нужным говорить, это так просто мое предложение, так развить эфир. Ну, на самом деле, что, как сказать, у кого мысли сходятся, не буду, как сказать, народные присказки в эту сторону. У меня точно так же возникла мысль, потому что предполагалось, что один из эфиров необходимо посвятить тому, чтобы разобрать все-таки, какие виды практик бывают и каким образом они осуществляются, и, ну, и как бы дать людям между ними различия, потому что неоднократно слышалось от людей, там, что они буквально любое действие там, в йоге там, или еще что-то называют духовной практикой. Но, как правило, духовной практикой не является, это практика чего-нибудь, потому что это вот то, что я говорил, если этот эфир бы мы в ближайшее время делали, но, видимо, мы его перенесем уже на сентябрь где-нибудь, когда, условно, следующий кологод к новолетию будет приближаться, и нам запустить новый цикл образовательных бесед в цикле «Школа народной мудрости», «Школа родовой мудрости». А смысл примерно тот, что есть практики силы, есть практики телесные. Силы в данном случае просто человек практикует нечто для того, чтобы обрести силу для взаимодействия с тонкими планами бытия, можно так сказать. Телесные практики, которые подразумевают обретение телесной силы, допустим, больше гибкости и здоровья. Также есть практики душевные и практики духовные. То есть четыре вида практик, которые любой человек, стремящийся к осознанию, в общем-то, может осуществлять. Сегодня мы просто попробуем разобрать, что такое духовные практики. В том эфир, которым предполагается, когда мы будем разбирать все остальные, мы еще раз вернемся к этому вопросу и дополним его тем пониманием, которое времени, и, как я не устаю повторять, повторение мать учения, и, собственно говоря, надежда у меня всегда одна, что хотя бы малую толику из того, что было сказано, люди услышат, смогут воспринять, а через это смогут трансформировать, преобразить, более правильно, самих себя, свое мировосприятие, а через это, соответственно, свою жизнь. Потому что именно вот это у нас, этого у нас не хватает, потому что то, в общем-то, достаточно большое количество учеников, с которыми мне приходилось, ну, поучающихся, я чаще так называю, чтобы не выглядело слишком, может быть, заумно и помпезно, поучающихся, что они практикуют многие вещи, совершенно не понимая, о чем это, куда это ведет и к чему это их может привести. Потому что приходилось встречаться с людьми, и
к сожалению, достаточно часто приходится, которые, с одной стороны, хотят поучиться чему-нибудь, каким-то образом поправить свою жизнь. Но когда с ними немножко пообщаешься, я называю таких людей инфицированными. Как бы, пусть это не звучит обидно, в том плане просто, как человек может быть инфицирован любой болезнетворной бактерией, там, любым вирусом, точно так же он может быть инфицирован любой идеей, которую он принял для себя как некую безусловность, а уровень развлечения или уровень понимания еще... Обрыв связи. Продолжаем разговор на Народнославянском радио, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, разлетались тут у нас молнии в округе, видать, куда-то что-то ударило, где-то что-то коротнуло, ну, на какое-то время что-то где-то погасло. Восстановили связь, восстановили работу, ну и так далее. Теперь мы можем продолжать наш эфир. Итак, мы с тобой уже стали говорить про духовные было практики, и то, что вот в сентябре, ближе к тому, может быть, к концу или к середине сентября, затеем новые направления в программу и так далее. И как-то вот после этого, в момент объяснения, что-то у нас произошло с техникой. Давай попытаемся вернуть наши мысли и развить их. Хорошо, попробуем. Но... условно говоря, если молния прилетает, значит, это кому-нибудь нужно. Я немножко бы задумался над этим, но посмотрим. Если еще раз будет молния, значит, наверное, сегодня эфир у нас в этом плане прекратится. Ну ладно, будем надеяться, что будет это воспринято нормально, адекватно, и будем двигаться дальше. Не, ну молния не ко мне пролетела, она пролетела где-то там, где подстанция, видимо, стоит. Ага, понял, хорошо. И там все отрубилось на некоторое время. Ну, понятно. Ну, тогда, может быть, напрягли немножко мы небеса, так сказать, они как бы проявили себя. Ну, сила же собирается, и сила начинает проявляться это в любом случае. Ну, я, наверное, закончил на том, что, и мне так думается, если повторюсь, я надеюсь, ничего страшного, слушатели Радовичи меня простят. Ну, в том плане, что все беседы в цикле «Школа родовой мудрости», которые мы осуществляем, я ставлю целью одной, ее не скрываю, в чем она заключается. Заключается она в том, что я говорю, чтобы человек в той или иной мере попытался воспринять хотя бы какую-то часть из тех объемов информационных, которые мы подаем, потому что знанием пока я не могу это назвать, потому что для меня это является безусловным знанием и во многом является веданием, потому что проверено на своем духовном опыте. И, собственно говоря, каждый день в своей жизни я все свое знание стараюсь проверять, чтобы оно соответствовало как бы тем деяниям, которые происходят со мной, тем деяниям, которые совершаю я в мире. Ну и, соответственно, так как подтверждение есть у меня, так как есть те, у которых в свое время большую часть того, что я сейчас понимаю и могу знать, и в достаточно, наверное, в полной мере могу передавать дальше, они как вот утвердились уже в моем понимании, поэтому я говорю, что если я излагаю, по большому счету, сам по себе формат радио как таковой, конечно, он нас достаточно сильно ограничивает, но в то же время, если люди слушают, если люди, безусловно, хотят, значит, хотят приобрести знания и перейти в состояние информационного наполнения, то, что мы, Алексей, неоднократно в эфире с тобой говорили, что нынче человек отравлен информацией. И я говорил уже, что если человек получает информацию, но не в состоянии ей распорядиться, и она просто у него зависает, она становится для него мороком. Почему? Потому что развлечение, каким образом эта информация может быть использована человеком в жизни, каким образом она соответствует или не соответствует неким высшим представлениям и неким высшим смыслам, которые, безусловно, присутствуют в жизни человека. Это основная проблема.
И я по мере своего понимания, по мере своего в той или иной степени ведания, попытаюсь, как, собственно говоря, во всех эфирах, почему меня там сейчас спрашивают, почему ты так стараешься подробно рассказать? Я говорю, потому что сложно рассказать о сложном могут многие, и мало кто может это понять. А задача как раз не то, чтобы разжевать и положить разжеванное в рот, а для того, чтобы человек услышал где-то внутри себя отклик на некие простые, как бы в определенном ряду высказанные слова, в определенной логике могу использовать этот термин. И проверив это на себе, проверив это в своей жизни, они бы убедились, что эти слова не пустые, что они наполнены не только смыслом, но и достаточно глубоким знанием в этом ключе. Поэтому задача, как я и говорил, чтобы человек обрел веру для начала на уровне доверия, поверив в мои слова, в слова Алексея или в огромного количества на самом деле тех радеев, которые пишут книги, пишут статьи, выступают на радио, записывают видео, кто-то снимает там документальные фильмы. Все стараются, собственно говоря, об одном, чтобы наша родовая традиция, наш родовой обычай вошел в нашу жизнь во всей полноте. И то, что я говорил, что мы очень долго можем говорить о родовом обычае, очень долго можем говорить о ведах и обо всем знании, что касается там русов, славян и тех родов, которые еще до появления этих названий как бы осуществляли свою жизнь на нашей земле и на других землях, включая многие сопредельные страны. И в то же время они как бы сохраняли и передавали вот этот обычай, который мы сейчас пытаемся вернуть в свою жизнь, чтобы уже он из уровня разговоров перешел в уровень нашего реального бытия. Потому что если мы будем только говорить о нашей вере, вера в данном случае – это способ мировосприятия, я переведу это слово именно так сегодня, чтобы мы жили согласно нашей вере. И согласно нашей вере мы получали благо от небес и от земли и были в ладу друг с другом, по большому счету, вот стремление к этому. Поэтому задача моя, которую я ставлю, не восстановить до буквы некие древние писания, потому что, как я сказал, что все-таки мы настаиваем на более современном и более четком прочтении сегодняшнего дня, даже тех старых книг, которые могли бы быть нам представлены как артефакты древности. Почему? Потому что время изменилось, Вселенная изменилась, мы изменились, боги изменились, и мы должны иметь осознание, соответствующее современности, соответствующее сегодняшнему дню. Это как бы такая длинная прелюдия, но как некий условно внутренний мой посыл, внутренний призыв, к чему стремлюсь я и, собственно говоря, пытаюсь донести свою мысль до множества сородичей, родовичей, с которыми приходится общаться. Вот. Ну, после долгой такой прелюдии все-таки вернемся к теме нашей беседы в данном случае. Что такое духовная практика и в какой мере и когда обряд как таковой, который мы совершаем на капищах, святилищах, там, в храмах наших, ну и, собственно говоря, на любой, может быть, поляне в какой-то момент, является ли вот этот обряд духовной практикой. И сначала, конечно, попробуем разобраться, что такое является духовной практикой. Потому что в одной из наших, в общем-то, достаточно давних бесед мы уже касались строения человека как триединства и пытались разобрать эти основные понятия, что есть душа, что есть тело, что есть дух. И каким образом они между собой взаимодействуют и за что каждая из ипостасей, каждая из составляющих в этой жизни отвечает. И, соответственно, так как мы подразумеваем духовную практику, значит, это то, что практикует
в нас, ну, практикует, наверное, давай заменим слово, делает в нас качество нашего духа лучше. Вот. А если как бы апеллировать и обращаться к тем эфирам, тем беседам, которые проходили на Народном славянском радио в цикле «Школа родовой мудрости», мы помним, что дух человека есть часть духа единого, который пронизывает все в всем мире и, собственно говоря, является одновременно и светом, и живой, и мыслью, словом прародителя, который является прародителем всемирия во множестве явлений. То есть явь, правь, навь, и как высшая там, высокая составляющая нави, светлая навь, соприкасающаяся с правью, как тоже управляющий элемент, и правь, как правило, коны, которые реализуют всемирие, сочетая явь и навь, как мир. Соответственно, возвращаясь к духу, возвращаясь к тому, то, что мы называем духом, и, соответственно, попытаемся из этого выведем духовная практика, или назовем духовное делание, потому что духовное делание и духовная практика у нас, в общем-то, могут оказаться синонимы, если мы будем разбирать это дальше, к чему, собственно говоря, и попробуем стремиться. Алексей? Ну, Алексей, ты здесь, вопрос, что ты хочешь меня услышать. Я согласен с тем, что ты говоришь. Если ты хочешь какой-то термин, например, чтобы я еще, может быть, дал какое-то свое видение, уточнение, или, может быть, что-то дополнил, это одно. Если просто Алексей, то я здесь. Алексей здесь. И Алексей, я хочу, чтобы ты дополнил. Вот. Свое мнение как бы согласуется, не согласуется, ну, или разверни, может быть, в каком-то другом контексте. Но это в данном случае пожелание, не столько необходимость, наверное, потому что изложение идет, но если ты дополнишь, я думаю, это будет неплохо. Хорошо. Что такое дух и как бы взаимодействие с духом как таковым? Ну, что такое дух, я думаю, ты лучше расскажешь, поскольку тебе приходится рассказывать это чуть ли не каждую там неделю, когда ты ездишь по разным местам. Вот. А взаимодействие с духом, ну, одно другого нельзя оторвать. Если у нас очень часто люди, современные люди, радуют, что некоторые, кто себя называет славянами, арийцами, русскими, просыпающимися людьми, они все-таки начинают понимать, что душа, дух и тело – это неразрывные такие вещи, которые, ну, вещи – это трудное слово, неправильно, наверное, подбираю, неразрывны друг от друга, и поэтому нельзя только одним чем-то увлекаться, то есть делать только сильным дух, но забывать про тело или про душу, или, наоборот, думать только о душе, но при этом, опять же, чтобы тело было в упадке, или качать только тело и так далее. Вот это меня радует. И поэтому, когда мы говорим вот про взаимодействие с духом, то здесь надо понимать, что это взаимодействие должно быть комплексным, цельным. И здесь должен добавиться еще один элемент – царь в голове, высшее «я», тот, которым являемся мы на самом деле. И вот когда проводятся какие-то правильные обряды, какие-то духовные практики, вот здесь необходимо помнить, что цель всего – это дать высшему «я» своему полностью управлять всеми процессами, как в теле, так и вокруг этого тела, получать правильные мысли, фиксировать эти мысли, не давать этим неправильным мыслям выходить из своего тела и своего мозга, то есть подчинение полностью своим высшим «я», то есть самим собой, своим себя истинным, вернее, самим собой истинным, свое тело и все остальное, что к этому делу было придано. Вот мне кажется так, что невозможно от другого отрывать, но царь в голове или высшее ваше «я», кем вы являетесь, это намного главнее. Но поскольку мы говорим про практики, то если уж мы говорим про то, что там дух как-то там развивать, усиливать его, ну, для этого, да, вот практики, о которых сегодня, наверное, ты и поделишься, наверное, поговоришь, это и будет тому способствовать. Как так я витиевато. Витиевато. Да нет, согласен с тобой. Все совершенно по теме. И дополнить в данном случае будем только, опять же, дальше по теме. Но обращаясь к тому, почему у нас, говорю, тема сегодня двухсложная. Мы как бы разбираем, с одной стороны, является ли обряд духовной практикой, и когда обряд в том или ином виде может стать духовной практикой. И что такое кологодный цикл праздников,
и каким образом вот этот кологодный цикл праздников позволяет людям войти в достаточное равновесие с природой. Ну, то есть, как основная формула, которой многие родовичи часто пользуются, к сожалению, не все до конца понимают, что она из себя составляет, ну, вот именно все смыслы, которые в ней заложены, там, «живи по совести», а «в ладу с природой» как ключевой элемент. Убежишь, каким образом так называемые обряды или кологодный цикл обрядов позволяет нам войти в лад с природой. Вот, соответственно, возвращаясь к изначалу нашей беседы, является ли обряд сам по себе духовной практикой или в какой момент он может стать духовной практикой? Вот этот момент попробовал бы сейчас разобрать и попытаться там сообща получить на это ответ. Значит, как я уже неоднократно говорил, что большинство из нас, чем, наверное, с одной стороны, информационно отравлено, как мы говорили, и есть определенные практики, о которых я, к сожалению, не помню, в эфирах, по-моему, мы не касались, если только так где-то краешком, что по возможности современному человеку надо ограничивать информационное насыщение вокруг себя. Ну, то бишь, постараться не пользоваться телевизором, постараться максимально сократить на какое-то время, как минимум, общение через интернет и вообще нахождение в интернете. Ну и, собственно говоря, начать практиковать безмолвие, имеется в виду находиться в сосредоточении, в созерцании самого себя. Выращивая наблюдателя. Но это я говорю, когда мы будем описывать все практики, потому что, как я помню, там в одном из эфиров и уже неоднократно повторяющимся Марат с Денисом, они достаточно плотно касались этих вещей. Но мы взглянем и на них, на эти практики, ну и дополним, может быть, тем видением, тем пониманием, которое есть у нас и, собственно говоря, передано ведающими из достаточно давних времен, передано нам, и опять же нам дано понимание этих практик, к чему они ведут, и каким образом им следовать, и как позволяет это развиваться. Так вот, как бы возвращаясь к обрядовой практике, возвращаясь к кологоду, я говорил, что так как многие из нас отравлены информационно и никогда по большому счету в своей жизни не практиковали развитие своего, как минимум, чувственного ряда, потому что чувственный ряд – это первая возможность восприятия тонкого плана, скажем так, навного мира, навных проявлений, близких к нам. Потому что это как раз еще уровень даже не душевных, это еще уровень телесных практик. Что ваше тело совмещено с вашим сознанием. Почему? У большинства людей, это что касается здоровья, что касается восприятия, у большинства людей, к сожалению, сознание с телом мало взаимодействует. Почему? Потому что сознание у обычного человека, который не занимается, не практикует в постоянном режиме, оно у него находится, как я неоднократно говорю, как обычная балалайка, которая играет сама по себе в хаотичном порядке, перебирая струны. И с одной стороны, и струн-то всего три. Но вот это хаотичное движение в голове у любого человека, вызванное внешними раздражителями, отчасти внутренними, ну, как сказать, в любом случае, любая наша мысль в большинстве случаев является отражением некого внешнего действия. Ну, условно, там запах, ветер, свет, холод, тепло. И вот этот элемент, круговорот пустых мыслей, он в голове постоянно возникает. Вот, голова живет, скажем так, ну, голова не голова, тут сознание, то бишь ворох мыслей, он живет сам по себе, тело, как правило, живет само по себе. И только после того, как человек начинает практиковать, значит, тело начинает воспринимать импульсы внешнего мира. Ну, там определенные практики достаточно несложные, как я говорил, вот этот элемент выращивания
в себе спокойствие, самосозерцание и наблюдение за внешним миром. Потому что как-то один из людей, очень далеко прошедших по пути постижения, как бы ведающий очень высокого уровня, он мне сказал, говорит, чем мы отличаемся от всех прочих народов? Тем, что мы, как род, ну вот род русов, славян, мы очень как привержены тому, чтобы смотреть на Бога. Я говорю, как это смотреть на Бога? А говорит, Бог, он всегда с нами. Ну, в нашем случае боги. Мы говорим Бог и боги, тут нет противоречия, потому что, как мы говорим, что есть единый исток, который проявляется во множестве ликов и сил. Просто для нас более доступно и понятно определение боги. Так вот, говорит, Бог, боги в постоянном, постоянно пребывают вокруг нас. И когда ты смотришь на мир, постигая его в безмолвии, ты пытаешься узреть сердцем своим и своей душой отражение божественное, которое существует вокруг себя. И если ты это делаешь постоянно, то значит у тебя появляется возможность в самом деле увидеть Бога. Ведь, собственно говоря, чем наши роды, роды русов, славян, отличаются от многих прочих народов, что это есть у нас в памяти родовой, есть в памяти наших движений, если мы там начнем перебирать какие-то поговорки, которые в той или иной степени отражают либо природу, либо божественную, мы поймем, что это как раз очень тонкие наблюдения наших предков за окружающим миром. А сейчас, вот я говорю, то, что как в той или иной степени поведал и открыл вот этот элемент, эту нашу особенность, это умение созерцать и в какой-то момент узреть божественное вокруг себя. Что, и вот это умение узреть данное проявление, оно нас преобразует, конечно, безусловно и мгновенно. Вот. Но это было издревле, а на сегодняшний день, к сожалению, большинство людей, как я говорил, как бы мы себя ни называли, как бы мы себя ни относили, относятся все-таки к проявлению божественного как к неким мыслительным построениям, очень мало имеющих отношения к их реальности, в которой они пребывают. Соответственно, даже когда они провозглашают, да, боги есть, или мы там в богов верим, то как поведение любого человека, как мы видим, как правило, не соответствует этому утверждению. Почему? Говорит, если боги есть, значит, мир существует или подчинен определенным конам, как мы говорим. Если ты в постоянном своем движении нарушаешь эти коны и надеешься, что никаким образом это не будет для тебя, не то чтобы последствий, а воздействия на тебя по этому поводу не будет никакого, то значит, либо ты лжешь самому себе, либо твоя вера настолько искажена, либо она настолько пуста, что она в самом деле тебя ведет все время по пути искажения. Ну, когда приходят какие-то жизненные трудности, тогда человек, в чем трудности очень большого толка, тогда он начинает понимать, что его информированность или его мыслестрой по этому поводу не соответствует тому, что есть на самом деле. Соответственно, любой из нас, я говорю, двигаясь по пути постижения для себя, как я говорил, в первую очередь должен обрести доверие. И это доверие не в том плане, что кто-то сказал, я ему поверил, и это является безусловно истиной, я говорю. Каждый из нас, получая информацию, старается сделать ее своим знанием через свой опыт. Если вы обрели это знание, тогда доверие у вас превращается в уверенность. Уверенность, сопряженная с тем уровнем знания, который вам доступен. Так вот, если вы дошли до этого уровня, тогда вы начинаете понимать, что вокруг вас в постоянном потоке присутствует сила, которая созидает все мире. И ваша жизнь и ваше движение в этом мире точно так же сопряжено с возможностью либо
вступить в позитивные созидательные взаимодействия с этой силой, либо попытаться с ней побороться. И поэтому, в отличие от подавляющего большинства других живых существ, живущих на той земле, на той планете, на которой мы пребываем, у человека всегда два пути – либо наверх, либо вниз. Горизонтальных путей, как правило, не бывает. И даже если кажется, что очень долго ничего в жизни человека не меняется, меняется только, условно, календарные листья. Но это не меняются календарные листья, это просто ваша жизнь, ваша возможность, ваша жива вытекает в пустоту, совершенно не принося никакой пользы ни вам, ни окружающему миру. И, соответственно, вы точно так же падаете вниз, потому что уровень живы с каждым днем, если вы не занимаетесь собой, если вы не обращаетесь к божественному плану, если вы не стараетесь развить себя, значит, ваше время, оно уходит мимо вас, и смысла ни в вас, ни в вашей жизни, ни для кого нет. И в какой-то момент просто приходит время платить по счетам, ну, условно говоря, либо приходит старость и понимание пустоты пребывания, либо приходит уже сама богиня темная Лика Мара и говорит, что мера вашего бытия пустого в этом мире закончена. Поэтому, возвращаясь к обрядам и к обрядовым практикам, я говорю, что в тот момент, когда вы там, ну, прониклись какого-то доверия к тем или иным словам, я не говорю моим, а вообще любого человека, который пытается донести до вас, поведать информацию о родовом обычае, и вы на уровне первичного доверия там сказали, ну, говорит, обряды, вот это хорошо, там, типа, вот это делание тоже хорошо. Ну и как вы, последовав некому доверительному предложению, стали посещать обряды. Но если как бы относиться к себе достаточно критично там, и с определенным уровнем развлечения, потому что я сталкиваюсь с этим практически в ежедневном проявлении, в ежедневном режиме, что люди приходят на обряд, ну, там, заряженные, эмоциональные, еще что-то, но когда ты с ними поговоришь, ну, говорит, ну, это же силы природы, или там еще что-то, ну, как бы надо... Как бы говорят, что надо верить в богах, но надо верить, это вот всегда отсылание происходит конфессии, которые на куполах имеют кресты, потому что для них вера – это как бы безусловное, неосмысливаемое согласие с любым постулатом, с любым догматом. Мы говорим, нет религии выше истины, а истины – это истое, исходящее от самых высших проявлений, откуда все и происходит. По сути, исто – это и есть кон, то, что созидает всемире. Так вот, когда вы начинаете постигать эти обряды и появляться на них, там, как я уже неоднократно говорил, всегда тоже есть определенная проблема от уровня понимания, от уровня осознанности и искренности обрядодея. Неважно, как мы его там называем, жрец, ведун, волхв, хотя, собственно говоря, не волхвы, волхвы как напрямую в обрядах вообще практически не участвуют, и не в этом их задача. Ну вот если разбирать духовную иерархию, которая как бы предлагается и понимается в нашем родовом исконе, что там родей, тот человек, который стремится в той или иной степени взаимодействовать на обряде с более старшими, скажем, товарищами, там, жрецами, там, ведунами, волхвами. А бавник, тот, который уже помогает и допущен до вхождение на капище для помощи обрядодею, жрец как таковой, тот, который возжигает огонь и уже возносит требы, молы богам, и, ну и, соответственно, ведуны, которые находят места для капищ, ставят эти капища, запускают их и позволяют, уже определяют тех, которые могут осуществлять свое служение. Ну и волхвы, которые, собственно говоря, находясь в любое время, в любом месте, сотворяют обряд для всех наших родов. Вот это уровень духовной иерархии. Поэтому
если вы попали на обряд к человеку сведущему, который имеет обрядовый опыт, потому что жрец, если он имеет достаточный уровень понимания и как бы достаточный уровень посвящения, скажем так, в общении с силами, то он, соответственно, может оказать вам помощь в том, чтобы на обряде вы не потеряли свое, с чем туда пришли, обрели нечто новое. А новое – это то, что состояние, о чем мы говорили уже неоднократно, что если уровень жизненной силы в человеке ниже определенного уровня, то он на обряде, как правило, ничего не чувствует. Но это не страшно, даже если обряд какой бы ни был замечательный, там, потому что тонкая составляющая обрядовая, она все-таки достаточно тонкая, и чтобы ее услышать, человек должен все-таки обладать большим степенем внутренней силы, внутренней живы, которая все-таки откликнется на вот повышение светимости в том пространстве, в котором он и пребывает, и в нем самом. Потому что если обряд устроен правильно, по правильному ходу, значит, высшая как бы возможность, которая нам дана через обряд обычным родовичам, которые входят в обрядовое коло, это повысить свою светимость, то бишь воспринять свет горни всем своим существом, то есть своим духом, своей собью, своей душой, и через, и с этим светом двигаться дальше по жизни. Почему я говорю, что, как показывает практика, там 1, 2, 3, 4 обряда, если хороших, правильных, желательно на одном месте, желательно в одном коло, при условии, что коло это реально рабочее, а не является эзотерической группой, в которой там некий человек объявляет себя обрядодеем и под видом, потому что я уже, к сожалению, за последнее время не раз столкнулся с тем, что есть некие эзотерические группы, которые, одев на себя славянские одежды и якобы совершая обряды, занимаются теми же самыми эзотерическими практиками. Не потому, что они плохи или хороши, а в данном случае эзотерической практикой я называю, потому что я называю то, когда люди не, у них нет возможности выйти в более высокое состояние восприятия всемирья, а замыкают их на некий эгрегориальный план и, собственно говоря, выкачивают из них достаточно большое количество жизненной силы. Почему я уже не раз обращался, говорю, если после обрядовых практик у вас там посыпались дела как-то, ну потому что бывает, что они посыпались, потому что вы долго делали что-то неправильно, а потом все начало настраиваться, но старые дела рассыпались. У вас какие-то могут быть проблемы со здоровьем, у вас портятся отношения с близкими своими. Значит, достаточно большая вероятность, что вы оказались не в том обрядовом коле. В этом плане тоже, я говорю, надо соблюдать достаточно четко технику безопасности, назовем ее так, и следить за этими вещами, как я говорил уже неоднократно. Если у вас есть хоть малая толика недоверия к обрядодею, лучше в такое обрядовое коло не входить и в таком обряде не участвовать. Вот, соответственно. Но мы сейчас пока не разбираем эти крайние случаи, мы сейчас разбираем именно сам обряд, который складывается при целом ряде положительных условий. Хорошее место, хороший обрядодей, правильно выстроенный обряд, ну и, соответственно, сам обряд выстраивается, значит, некий лад равновесия между небесами и землей возникает, соответственно, светимость на этом месте повышается, и лад между небесами и землей начинает присутствовать. И у вас в той или иной степени возникает возможность взаимодействия с божественной силой. И, собственно говоря, проходя определенный цикл, определенный элемент, как я сказал, порядка 3-4 обрядов, уровень живы в человеке повышается достаточно хорошо, и в большинстве случаев, ну там с 3-го, с 4-го, может быть, с 5-го обряда у людей уже
чувственный ряд начинает работать в том ключе, что они уже понимают, что вот эта сила в той или иной степени с ними взаимодействует. И как внутреннее состояние внутреннего восторга, но восторг не тот, который вот эмоциональный, раскрученный там внутренними какими-то своими переживаниями, это реально уровень не удовольствия, а уровень радости, если мы там себе позволим разобрать эти термины. И человек, восходящий вот в это состояние, значит, он меняется реально. И поэтому через какое-то время обряд может стать для него духовной практикой, еще не, уже не душевной, потому что по уровню возрастания сначала восстанавливается сила тела и возможность взаимодействовать, потом восстанавливается живость души, и человек уже, людей, которые находятся вместе с ним в обрядовом вколе, он воспринимает как родовичи, близких родственников по душе и по духу, и по жизни, и начинает с ними взаимодействовать, потому что, ну, вот этот момент соприкосновения душ, он произошел благодаря обряду. Вот тогда мы, я говорю, проходим уровень душевных практик. Ну, и так как вот эти более, скажем, грубые наши составляющие, как тело, душа в том числе, они выстраиваются в правильном положении, тогда уже начинает трансформироваться и формироваться наш дух при взаимодействии с теми силами, которые возникают во время обряда, на обрядовом месте и в обрядовом коле. Вот таким образом постепенно практика, возрастая от простейшей, она становится практикой духовной. А духовное делание – это значит, мы свой дух куем в соответствии с правдой вышней, то бишь с пониманием, исследованием кону, потому что достаточно часто люди считают, что если они посещают обряды, то в принципе они уже достаточно хороши в следовании родовому обычаю и в своей духовной трансформации, преображении. Нет, все-таки самая главная духовная практика для нас – это жизнь. И это надо совершенно четко понимать для каждого, потому что в какой-то момент, как тоже один из серьезных наших ведущих сказал, говорит, в какой-то момент становится, что каждое деяние твое становится сначала практикой, а потом оно становится обрядом. То есть ты все любое свое деяние посвящаешь тому, чтобы светимость, чтобы радость, чтобы живо в тебе, вокруг тебя и в людях ближних к тебе начала возрастать. Но это уже уровень высокой праведности, уровень светости, как говорят. Но это никто не отменял той необходимости, что к этому надо стремиться. И, собственно говоря, любая страна живет и процветает именно тогда, когда там есть праведники, те, которые, безусловно, ведают правду и ей следуют своей жизни. Вот это то, что касаемо как бы духовных практик и каким образом по возрастанию, по восходящей линии наш обряд может стать для нас духовной практикой. Алексей? Хорошо, Алексей Доместин. Я тут просто сижу, задумался, твои слова перевариваю. Ну вот смотри. Ты, в принципе, все сказал или еще есть что сказать? Потому что я могу уже вопрос вообще задавать. Пока все, просто сказал много, надо это самое, чтобы чуть-чуть приземлиться самому, тоже улетел далеко. Ты имей в виду, что если тебе нужна музыкальная пауза, ты также можешь сказать, и я заказываю музыкальную паузу. А давай ты музыку послушаем. Можешь так сказать, можешь не так. Ну, это дело твое. Ну, давай так, тебе немножко отвлеку от твоих мыслей, твоими же мыслями. Вот ты сказал, что надо понимать, кто перед тобой, тот самый обрядодей, который может тебе помочь, или все-таки не тот самый. Вот как определить, а тот самый или нет? Ведь часто ощущения и эмоции, они человека подводят не к тому, что есть на самом деле.
Ну, все мы стремимся быть восхищены, но имеется в виду там, восхититься некой идеей и исследовать. Вот. Поэтому как бы есть одно правило, да, оно достаточно хорошее и как бы позволяет развлечению условно. Человек говорит одно и делает одно, то бишь он живет по слову своему. Если вы этого человека знаете, и этот человек вдруг оказывается обрядодеем, то, собственно говоря, очень большая вероятность, ну, опять же, я говорю, если вы человека знаете в жизни, если вы человека знаете по делам земным, скажем так, то у вас, как правило, есть к нему доверие. Ну, если он заслужил это доверие, у вас общается с вами в делах земных. Соответственно, если он является обрядодеем, то, значит, и велика вероятность того, что он точно так же будет пытаться сотворять добро по мере своего понимания, как любой из нас. Вот. А как бы эзотерические движения на уровне славянства, да, которые то, о чем я говорил, там, как правило, всегда очень много мутных сюжетов, когда там это великая тайна, это сокрыто, это для вас недоступно. Это как раз все время темные пустоты, через которые откачивается живо от людей. Это вот примерно таким образом. Потому что проявлений достаточно много, и даже описание их может занять очень много времени. Но стремитесь к тому, что, как сказать, у нас же есть, в общем-то, неплохая формула. Она не обладает, наверное, всей полнотой, но как бы опыт предков, мнение сведущего человека и третье, что там, Алексей? Личный опыт. Вот, личный опыт. Просто не надо, я говорю, пытаться восхищаться, потому что у меня есть человек, который там, ну вот, в течение года он появляется на наших обрядах, приходит и говорит, ну, как говорит, вот все хорошо, но вот чувствую, что не могу еще поверить. Я говорю, ну хорошо, никто же тебя за хобот не тянет, извиняюсь за выражение. Ходи, это вопрос только твой. Никто тебе ничего доказывать сейчас не будет. Тебе рассказали вот всю правду, в которой мы движемся, в которой мы следуем и каким образом она осуществляется. И, соответственно, ты только через свой опыт личный, так как опыт предков, к сожалению, у тебя утрачен, потому что ты, ну, как человек современный, у большинства современных людей, к сожалению, так произошло. Мнение следующего человека, я говорю, ты можешь принять мое, но хочешь принимай, хочешь не принимай. Точно так же я ни в коем случае не буду тебе пытаться знать, потому что мне дорого не мое мнение в тебе, а твое мнение, которое ты наработал сам, преодолев все свои сомнения. Тогда ты окажешься в правильном ходу, и мне не надо в обряде, там, если ты вдруг с нами оказываешься, в обрядовом каком-то действии тебя пытаться вытащить из морока твоего непонимания, потому что ты сам будешь уже воспринимать то, что есть на самом деле, в самом обряде и во взаимодействии друг с другом. Примерно так. Алексей? Угу. Хорошо, я не просто так задал вопрос тебе, потому что очень часто сейчас, да и раньше, находились дельцы в каком-либо направлении, неважно, эзотерическом, славянском, ведическом, языческом, да какое угодно, бери вот хоть христианское, да, направление. И такие, именно слово «дельцы» я употребил не просто так. И вот такие товарищи, дельцы, задача их была не для того, здесь, в этом мире, существовать, не для того, чтобы дать кому-то возможность что-либо осознать, развиться, стать духовно выше, стать душевно выше, стать добрее, понять этот мир, а для того, чтобы через подчинение себе, через зависимость людей от себя, любимого и дорогого, управлять ими и тем самым зарабатывать себе на хлебушек. Ну, хлебушек в кавычках, у кого-то хлебушек – это корочка хлеба, три корочки хлеба, как говорил товарищ пионер, как там, Буратино, или, например, три золотых «Мерседеса», или там четвертый золотой унитаз. Вот у каждого своя корочка хлеба. Вот. Ну и маслица, естественно. Поэтому здесь надо понимать следующее. Если человек, как ты правильно сказал, говорит, это очень сложно, это вам еще не понять, вы, мальчики, давайте, сынки, там еще растите, растите.
еще сопливенький, вы приходите ко мне учиться, вы там еще ничего не понимаете, да там я вас сделаю там вообще таких-сяких, то это перед вами или самовлюбленный идиот, который вас за идиотов тоже принимает и просто делает деньги, или умалишенный человек, который истинно в это поверил, но при этом как бы не является тем, который Перуна за кое-что схватил. Ну, в данном случае за бороду, так мягко скажем. Вот. Либо просто мошенник, который четко осознает, что он вас обманывает, что он вами манипулирует, но без вас ему прожить не удастся. И поэтому, чем дольше вы будете с ним рядом находиться, тем дольше он будет обеспечен вот этими самыми корочками хлеба. И в то же время настоящий учитель, наоборот, все время пытается избавиться от своего ученика и от своих учеников. Избавиться в хорошем смысле этого слова. Он как, вот, пример такой приведу, птицы прилетают, вьют гнезда. Откладывают яйца, высиживают птенцов, до поры до времени их кормят, а потом начинается слетка. Ну, я имею в виду тех птиц, не которые выводковые сразу пошли, а те, которые гнездовые, которые сидят и растят там перья наши, наросли и все остальное. И в конечном итоге наступает момент, когда слетка произошла, и родители вроде бы прикармливают своего птенца, но уже не просто в рот ему засовывают, они показывают, как добыть себе корм, как спастись от какой-то опасности, как что-либо раздобыть, как куда-то перелететь и так далее. Вот получается, что они до поры до времени подкармливают своего детеныша, а потом просто от него избавляются, чтобы он сам самостоятельной жизнью начал жить, обученный. Вот учитель любой, настоящий учитель, он никогда не делает бизнес на своих учениках. Он так же, как птицы, от них пытается избавиться и смотрит, готовы ли они к этому миру, к этой жизни или нет. Но он никогда им не дает рыбу. Он всегда переходит на следующий этап, даже удочку не дает, он на следующий этап переходит через этап, через подачу удочки. Он учит, как сделать удочку и как научиться ловить рыбу, и как научиться ее готовить самим себе. Ну, в кавычках, естественно, не хочу никого обидеть, ни сыроедов, ни вегетарианцев. Вот это и есть настоящий учитель. Поэтому, если вы видите, что очень много умных слов, очень много обтекаемости, очень много намеков на то, что приходите ко мне, я вас научу. Да вам еще рано, вы еще дебилы, вы еще не созрели, вы еще ничего не понимаете, куда вам без меня. То перед вами находится конкретно человек, который вас дует. Это не ваш учитель, это паразит, который присосался к вам и сосет вас. Вот это надо понимать. Вот я вот так это вижу. Если ты хочешь, можешь добавить. Если нет, то я следующий вопрос тебе задам. Ну, наверное, так. Тут еще как бы один из показателей, который просто, к сожалению, сейчас в формате данной передачи мы не сможем, да, данной беседы разобрать. Есть такое слово «корысть» и есть такое слово «выгода». Если вы видите, что человек там мелочен чаще всего, корыстен во множестве своих проявлений, то это тоже один из показателей того, что он, скорее всего, не является чистым, безусловным проводником высшей идеи. Скажем так. Алексей, все? Как ты прям быстро, как-то прям быстро, неожиданно прям. Ладно, хорошо. Ну, вот, когда ты сказал... Я просто чуть-чуть буквально дополнил тебя. Там, ну-ка, одну, один тезисов, не больше того. Перчинку бросил, да, в наш общий суп. Хорошо. Да, да. Значит, и вот еще ты сказал, сначала практики, потом эта практика становится обрядом. А я хочу добавить, что в конечном итоге это должно стать жизнью. То есть вы должны жизнь проживать так, чтобы это была постоянная ваша практика, постоянный обряд, потому что если вы находитесь в связи, в связи связи, да, такая интересная, там русский язык богатый. Если вы находитесь в постоянной связи со своим окружением, с окружающим вас миром, богами и предками, и с матерью сырой землей, то в этом случае тогда вот это и есть тот самый обряд, это образ жизни, к которому должен стремиться. Тогда все у вас будет получаться так, как и должно быть. А не просто как бы вам хотелось. Вот что отличает человека от животного, ну, человекообразного животного. Человекообразное животное постоянно что-то хочет от этой жизни. А человек, он знает, что у него в этой жизни все есть.
Человекообразное существо постоянно кому-то взывает: «Дайте мне, мне не хватает, научите меня вот этому, я хочу вот это». То есть «хочу, хочу, 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 надо, надо». То есть потребитель. Потребитель, который боится что-то потерять, потребитель, который живет в страхах. А настоящий человек никогда в страхах не живет. Он прекрасно понимает, что просто так ничего потерять нельзя. Просто так сверху слишком ничего не дастся, как и ничего не возьмется, не отнимется. Человек живет. И человек всегда, он находится в обряде, он жизнью в обряде проходит. В обряде со своими предками, в обряде со своими родичами, в обряде с самим собой, в конце концов. Он не плюет на землю, он не матерится, он не выпускает из себя плохих мыслей, он никого не оскверняет, он никого не ругает, он всех принимает, как оно есть, как они есть. Но при этом он не просто так посмотрел и воспринял, а если есть возможность, он помогает другому в чем-то разобраться. Вот это очень важно. Так, ну и хорошо, еще тут одна такая реплика есть. Иногда ощущение человека не есть реальность, поскольку человек очень часто что-либо додумывает и в конечном итоге на своих мыслях и додумках создает свою реальность виртуальную. Поэтому вот тут надо немножечко, наверное, пояснить, а как вот не попасть в эту зависимость, когда человеку кто-то понравился, ну, какой-то говорун очередной, да, он глазки раскрыл, ушки развесил, пришел к нему, слюньки текут, хочет что-то от него узнать, а этот говорун оказался вот этим вот использующим существом, который просто много говорит и много пенок выдает, но при этом, естественно, ничего такого реально не выдает. Хочет просто зарабатывать, ну, бизнес делает, грубо говоря, да, на человеке. А человек вокруг него прыгает, довольно счастливый, им кажется, что вот все хорошо, а это эйфория. И вот он в этой эйфории создает свой мир, ему кажется, что он там со вселенными общается, он строит свои миры, еще что-то делает. В конечном итоге ничего ровным счетом не происходит, это всего лишь навсего видимость. Вот как мы можем наших радиослушателей удержать или предупредить, чтобы ни в коем случае, или наоборот, ну ладно, ни в коем случае нельзя, потому что у каждого свой путь, каким образом это избежать, каким образом не попасть в зависимость от своей же бурной фантазии? Ну, тут мы никак, наверное, мы на сегодняшний день этого избежать не можем. Почему? По одной простой причине. Потому как вот в самом начале беседы я говорил, что вот неоднократно уже отсылаю к той мысли, что нынешний человек современный, он отравлен информационно. Соответственно, информационное отравление, оно один из его эффектов еще, что человек постоянно пребывает в неком иллюзорном мире. Это именно так. Почему? Потому что, как сказать, своего базового уровня миропонимания у него нет, потому что ни в одном учебном заведении, ни, к сожалению, практически ни в одной из семей не могут этого дать. Потому что у родителей, у подавляющего большинства, точно так же вот этого базового уровня миропонимания, который позволяет включать так называемый антивирус через ведическое миропонимание, которое отбрасывает от людей все вот эти искажения, и, как он видит, это не то. А когда вот этого нет, вот эти информационные глюки, как я их называю, они все время создают некую иллюзорную реальность, в которой подавляющее большинство людей пребывает. А иллюзия того, что можно постичь это своим умом, ну, как вот условно, можешь ли ты построить дом, имея несколько кубиков льда, там сколько-то ведер воды, немножко песка, еще какой-то непонятной жижи, одно полено или одно бревно. Это все разные вещи, которые никак не состыковываются. Это вот то, что есть в нашем информационном потоке, которое как бы является мировоззрением большинства людей. Вот, поэтому тут, по сути, выход только один, как выскочить из этого иллюзорного мира, потому что, я говорю, сам для себя человек, имея как бы в исходном кучу искаженных фактов, и, как правило, там даже если бы один оказался верным, уже на него можно было бы опереться. Как правило, в современном мире все факты той или иной степени искажены. Соответственно, как бы мы не собирали сознание построить дом
своем сознании, мы все время будем строить или одну стенку, и она будет рассыпаться, либо будем пытаться строить с крыши, либо будем строить его посреди реки, без фундамента, без всего, в надежде, что нас не унесет этот поток. Как правило, это не работает. И один из, в общем-то, учителей современности, он сказал, что самостоятельно пройти путь постижения своего миропонимания может один человек из миллиона. Я долго думал над этим, но пришел к тому, что, скорее всего, именно так. Но даже если бы один из 100 000, просто надо понимать, что у любого из нас не должно быть слишком больших иллюзий в отношении самого себя, что ты есть один из этого миллиона или один из этих 100 000. К сожалению, часто так происходит с людьми, но жизнь, как правило, показывает, что это не так. Вот. Я точно так же не скажу, что я выстроил это через свое миропонимание, потому что были те наставляющие, которые мне показывали, которые определяли берега, формировали постепенно возможность развлечения. То, что мы там ради смеха можем называть антивирусом во мне. Ну и, соответственно, потом уже через свой какой-то опыт я уже пошел своей дорогой, своими путями, так сказать. И там периодически просто наставляющие себя в той или иной степени проявляют, что-то подсказывая. Вот, поэтому так. И, соответственно, чтобы человеку выйти из этого иллюзорного мира, да, ему надо прийти, вот в нашем случае это почти безусловное правило, что ему надо постараться обрести наставника хотя бы первого какого-то уровня, чтобы который мог ему преподать основы ведического миропонимания. Что, кто ты есть человек, что есть вокруг тебя окружающий мир, по каким конам и правилам этот мир устроен и каким образом ты с этим миром взаимодействуешь. И еще определить, куда ты идешь человече, то бишь определить хоть какое-то направление смысловой жизненной составляющей. Алексей? Кама грядешь, как говорилось вот, раньше, да? Я так хотел, но думаю, будет слишком умно, но ты за меня сделал. И хорошо. Как я сумничал-то, а? Аж на сердце. Хорошо. Ладно, ладно. Ну что ж, в общем-то, я думаю, на мои такие реплики ты ответил, и мы так пообщались нормальненько в шутейном разговоре. Кое-что добавил я. Рад, что оказался тебе полезен. Ну, дальше будем что-то разбирать? Или тут еще вопросики у нас есть в чате? По большому счету, давай мы сделаем паузу все-таки музыкательную. Я думаю, люди будут ей рады тоже. Не меньше меня. Музыкательную паузу, да? Так, ну что, хорошо. Если музыкательная пауза, давай тогда я хотя бы посмотрю, что у нас здесь можно поставить. Ну, давай, наверное, если уж... Нет, слишком длинная. Так. Давай послушаем уральцев. Давно уральский хор не слушали. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 16 июня 2016 года четверг, по одному из старинных 26-й день месяца ветров 7524 лета, пятница. Славянские обряды, как духовные практики, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Сурияр. А я хочу вопрос задать нашим радиослушателям. Вот звучала песня «Уральская рябинушка». А кто-нибудь знает, кто автор этой песни? Или это все-таки не авторская, а народная песня? Вот кто ответит первый, тот будет молодец или молодица. Пожалуйста, жду ваших ответов. Ну, давай продолжать дальше. Что-то расскажешь еще, чем ты наши сердца порадуешь, дашь пищу для умов, или все-таки к вопросам уже перейдем? Ну, сейчас у нас просто все-таки двусложный был заявлен, двусложная была беседа. Несложная, да. Слишком двусложная. Вот, я помимо того сейчас еще коротенько повторю, да, то, что следуя
путем родового обычая, в конце концов, каждое наше деяние становится добрым деланием в жизни. И, соответственно, становится и практикой, и в какой-то момент обрядом. А через обряд мы становимся, как бы, переходим на уровень правильного бытия, правильной жизни. Почему нам это необходимо? Потому что, как я говорил, вот этот один из вышних ведающих сказал, да, что мы отличались от всех прочих народов тем, что мы любили глядеть на Бога и пытались его понять через свое созерцание и восприятие. На сегодняшний день мы как бы не можем этим похвастаться. Почему? Потому что очень много людей, живущих на нашей земле, оказались втянуты в большой уровень морока. И, соответственно, они для себя на достаточно глубоком уровне приняли вот эту идею, что, как забавно говорить, Бога нет. Вот. Но это не соответствует действительности, поэтому сейчас пришло время нам оживать, нам воспринять самих себя, нам воспринять свои небеса и понять, что без связи со своими богами, без связи со своими небесами мы всегда останемся народом полумерком, потому что наш народ, как великий, большой, древний народ, жить, но и молодой одновременно, жить без восприятия своих небес, без следования кону праве, мы всегда будем не то что малы, мы будем мизерны и темны. Так, задача наша вот сейчас, пришло то время, воспользоваться каждый со всеми своими возможностями. Для чего? Для того, чтобы свет на земле нашей и правду на земле нашей утвердить. В этом наша задача, и в этом одна из ключевых позиций всех бесед школы родовой мудрости, которую мы осуществляем на Народном славянском радио. Это вот то, что касается первой части беседы, а сейчас, ну, коротенько, минут на 10-15 постараюсь пробежать по второй части. Мы как-нибудь к ней вернемся более расширенно, но смысл такой, что, как я говорил, что если вы попадаете на обряды через какое-то время, если искренне стараетесь в них войти, да, вот этот чувственный ряд у вас раскрывается. Но есть еще один, с одной стороны, более, может быть, так смеха ради, скажем, механический способ. Ну, условно, он не столько механический, просто делай то, что должно, а будет то, что будет. Имеется в виду, что есть определенный набор кологодных праздников. Кологодных они называются, или колоходных, кому как больше нравится, я тут не буду ни настаивать, ни навязывать мнение, произносите, как вам больше нравится. Но в данном случае описывает все эти праздники движение нашего главного светила, которое светит над нашей землей, согревает ее, и, собственно говоря, огромную часть живы мы, каждый из нас, получаем именно от Солнца. Именно от Солнца. Поэтому, следуя кологодным обрядам, начиная там не принципиально, откуда там, с Коляды, с Камоедицы, Масленицы, с Купалы, которые вот в ближайшие дни будут, или с Хорса, с Винтовита, которые на новолетие осенью. Просто смысл такой, что если мы, как говорим, что вокруг нас простой такой постулат, простое наше мировидение, если вокруг нас живая природа, и мы понимаем на самом деле, что она безусловно живая, и мы точно так же на уровне там школьной ботаники и биологии понимаем, что основную часть жизненной силы, все, что на Земле существует, оно получает от Солнца. Но это не только Солнце, но, опять же, и Земля участвует, и все то, что мы в одной из бесед затрагивали, что все, как бы все стихии в этом себя проявляют.
соответственно, если мы попадаем, ну, там, в более-менее, как сказать, в том цикле, как идет Солнце, проходим весь обрядовый круг, значит, мы в той или иной степени, в большей или меньшей от уровня нашего изначального развития, от уровня нашей искренности, от уровня нашего желания, мы входим в резонансное состояние с небесами. В данном случае самое ближнее, наверное, божественное для нас проявление, видимое каждый день, это восходящее Солнце. Это то Солнце, которое мы видим на нашем небосводе. И как бы надо быть неблагодарным существом, чтобы не понять, что реально, что очень большой уровень живы и вообще, собственно говоря, очень большое количество событий, которые происходят на нашей Земле, они спроецированы именно тем, что над нашей Землей пребывает Солнце. И, собственно говоря, Земля находится в орбите этого Солнца, и в этой орбите движется и себя трансформирует. Поэтому даже принятие этой простой мысли и следование кологодным праздникам, которые приняты в русском, славянском мире издревле. Почему? Потому что, как я говорил уже неоднократно, мы все-таки не только народ, который занимался кочевым образом жизни, но в первую очередь мы все-таки народ-земледелец. Тот народ, который живет на земле, возделывает землю и от этой земли кормится, за что ее благодарит и поливает своим потом и кровью, если в этом есть необходимость. Поэтому, когда мы входим в вот это состояние, обрядывая, настраиваемся, мы начинаем совпадать, соответствовать природным циклам. И вот эти природные циклы, так как мы все из них, как бы все в них пребываем, и, собственно говоря, даже внутренние циклы нашего организма очень сильно с ними связаны. Поэтому мы в себе запускаем один из контуров восприятия, потому что контуров у нас достаточно много, собственно говоря, и каждый контур отвечает за тот или иной уровень восприятия окружающего мира, явного и навного. Вот, если мы этот контур запускаем, соответственно, точно так же обряд становится для нас безусловной практикой и возможностью. Обрыв связи. Пока связь восстанавливается, сейчас я попытаюсь восстановить связь. Вот вызов даю, но что-то не получается. Скажу, что песня, которая прозвучала, ты задал вопрос, песня, которая прозвучала, это авторская песня. Автор ее известный в Советском Союзе композитор Радыгин Евгений Павлович, который еще, как мне известно, пока еще жив, и это радует меня. 16 февраля 1925 года рождения в городе Часовой Пермской области. Прошел войну, ранения имел тяжелые, но при этом всегда был рядом с друзьями, рядом с музыкой. И, в общем-то, своими усилиями достиг того, что кем он стал. То есть он и композитор, и руководитель хора, и много-много чем известен. Но пока у нас связь с Урияром прервалась, давайте мы прервемся на очередную музыкальную паузу. Или давайте просто я отбивочку запущу, а там дальше тогда уже, думаю, мы связь восстановим. Если нет, тогда к музыкальной паузе перейдем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. А на самом деле продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Сегодня у нас 16 июня 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 26 день месяца Ветров, 7524 лет, пятница. Мы продолжаем разговор про славянские обряды как духовную практику.
трансведущий Сурьер. Итак, нам осталось немножко, насколько понимаю, дополнить, и потом можно будет уже общаться, отвечая на вопросы наших радиослушателей. А вопросы, напоминаю, мы получаем из чата. А также я пользуюсь моментом и напоминаю, что помимо чата у нас есть еще первая славянская социальная сеть, у нас еще есть форум, и там все очень-очень интересно. И там можно обмениваться своими какими-то знаниями, делиться с друзьями чем-то. И социальная сеть чем хороша, база ее закрыта, то есть ввода какого-то в сторону не будет, если, конечно, там какие-то черные-черные силы не возьмутся за взлом и не взломают. Ну, надеюсь, до этого не дойдет, да и мы не будем давать повода. Пожалуйста, продолжай. Хорошо, ну, я там неожиданно вылетел из эфира, связь прервалась. Ну, смысл примерно такой, да, вот всей вот этой последней части нашей беседы. Я говорю, что да, вот есть возможность практиковать там через наставников, через присутствие в обряде, через как бы попытки какого-то своего постижения, желательно, чтобы все это было в едином русле, в едином ключе. Потому что достаточно много видел людей, которые получили достаточно большие проблемы, когда практиковали сами по себе, не обращаясь ни к чему, но чисто следуя там своей интуиции или там своему наитию какому-то. Вот, поэтому как бы по возможности я всем, кто там хочет или старается, я предлагаю все-таки поискать по возможности наставника, да. Ну и искать способ постигать наши древние знания, потому что это тоже один из способов обрести, потому что из своей головы, как правило, очень редко удается вытащить что-то реально стоящее. Почему? Потому что с самого раннего возраста, начиная с практически с внутриутробного развития, с первых шагов наших в реальном мире, нам все время подают искаженную информацию. И поэтому пробиться чему-либо стоящему настоящему через это достаточно сложно. Ну, а так как на сегодняшний день достаточно большое количество в той или иной мере объединений славянских, русских, которые следуют кологодной традиции, кологодным праздникам, их осуществляют и проводят необходимые действия, то через это тоже можно приобщиться к традиции. Так как ход этот уже налажен, в общем-то, неплохо достаточно, и, соответственно, уровень восприятия и взаимодействия с силами во многих из этих действий, во многих, наверное, объединениях, он существует. И в данном случае вы всегда находитесь с естественным природным ходом и своим, с естественным природным ходом Земли и Солнца. Почему тут как бы легче избежать каких-то искажений, каких-то заумностей, какого-то морока, в которой есть определенное количество людей, которые нас хочет вести. Нынче мы, я уже делал объявление благодаря Народному славянскому радио, что мы 23, 24, 25 и 26 июня делаем купальские праздники в этом году под Москвой, под Рузой. В интернете можно найти информацию. И кто хочет или в той или иной степени присоединиться к обряду, может быть, кто-то уже прошел, дозрел до уровня получения восприятия именно речения, кто хочет попрактиковать, кто хочет побывать в том месте, где, в общем-то, не одна сотня сородичей, а может быть и тысячи, прибывают одновременно. Приглашаю всех, как бы, добро пожаловать в наши круги, в наши рады, в наши общие действия. Алексей? Да, у нас на сайте в анонсах выложена как раз информация по этому празднику. Вот, и там четко все указано, когда, где будет проходить, и даже фотография места, ну не фотография, а схема,
из космоса, схематичное такое изображение. Так что кто захочет, тот подъедет, посмотрит. Я думаю, что можно будет сравнить то, что слышно на радио, то, что рассказывает Сурьяр, и то, что будет происходить на месте. Ну и сделать какие-то выводы. А правду ли говорит Сурьяр, или что-то там додумывают? Может быть, там что-то другое, может, там и чернух какой-то будет заниматься, кто его знает? Они же такие бывают, эти хитрые, приходящие, что-нибудь такое расскажет, а потом... Просто тут есть у нас разные ходы в традиции, естественно, в том числе, да, как бы кто-то славит богов тымянных, кто-то славит богов светлой составляющей. Я не говорю, что те или иные хуже или лучше, просто надо понимать, что наше всемирие, оно все-таки сочетается в себе и свет, и тьму, поэтому каждый выбирает, с одной стороны, свой ход. И я в данном случае просто говорю, что когда собирается достаточно большое количество людей, следующих родовым обычаям, всегда может оказаться и такое, что есть те, которые выбирают условно движение более темного толка. Я не скажу, что это плохо, просто есть свет как созидающая составляющая, и есть... тьма, которая, в принципе, свет способна поглощать. Вот. Но это движение, вечное движение сил в пребывающих в коне, которые наполняют и созидают наши всемирие. Поэтому точно так же для кого-то близко одно, для кого-то близко другое. Я как бы те как бы жрецы, ведающие, с которыми я взаимодействую, все-таки они больше устремлены к светлой составляющей. Так делаем, так думаем и так видим этот мир. Алексей? Ты мне скажи, пожалуйста, вот часто приходится видеть такое, что Купала – это такой праздник своеволия, разврата, где можно выпивать, и где можно заниматься различными телесными, как бы это сказать, чтобы пошлость не впадать. Расслаблениями. Расслаблениями, да, там группинг-секс и так далее. Вот в твоем варианте, что там планируется насчет выпивки, насчет всяких этих вольствований и всего остального? Будет ли такое? Ну, у нас как бы изначально мы заявляем совершенно четко, просто там в данном случае еще одно объединение с нами присутствует славянское в этом празднике, в этом деянии. У них есть определенные послабления. У нас, ну, имеется в виду относительно спиртного. У нас достаточно это жестко и четко, что мы избегаем. И я надеюсь, что мы придем в данном случае к консенсусу, что кладу, опять же, правильно если сказать, что мы избежим всех этих эксцессов, всех этих возможностей и невозможностей. Но, как сказать, то, что это праздник в том числе и разгульный, да, в этом есть своя правда и есть свой смысл, потому что мы не религиозные фанатики, не мертвые догматики. Как бы мы понимаем, что жизнь, она течет, и она имеет и темную, и светлую сторону, поэтому... Будем стараться находить, а то, что, как сказать, про купальские праздники говорят, что это способ, или как бы не способ, а место свального и прочего греха, так условно говоря, как ты видишь, телесного расслабления всевозможного. Ну, это не так, потому что, как сказать, многие знают по себе, что слово «стыд», слово совесть, слово как сказать, красота, слово целомудренность, оно никогда не, эти слова никогда не были пустыми для наших предков. И, соответственно, если какие-то послабления были, они никогда не были разрушением самого нашего обычая. Но, как любой обычай, он имеет много граней, и тот обычай, который мы в большой степени
восстанавливаем и будем продолжать восстанавливать, он все-таки собран из многих мест. Он собран, по большому счету, даже из многих народов, которые жили, некоторые в своем ряде, некоторые в своем, и они отличались. И поэтому толкование, оно все время многовекторное. Но сейчас мы постепенно все-таки, я думаю, выходим к более-менее общему пониманию. И я говорю, лично я не сторонник безумного разгула, потому что я понимаю, что радость великая есть уже даже в том одном, что мы сообща собрались в одном месте, и у нас есть возможность прославить своих богов, пообщаться с родовичами, насладиться взаимодействием с природой, там, постижением ее, вот, увидеть великий Купальский огонь, который загорится, и высоко вознесет искры там на десятки метров. И каждый в этом огне увидит то, что он сможет или захочет увидеть. Ну, это в данном случае я назову это моим личным мнением, и в той или иной степени она отражает мнение тех людей, которые находятся в нашем коле, те, которые следуют нашим родовым исконам. А как бы поэтому, так как есть разные славянские объединения и немножко разные ходы, поэтому я не буду говорить, что я отвечаю там за безусловную праведность, там, светимость и прочее. Я говорю, что у нас изначально заявлено категорическое отсутствие спиртного на праздник. Это как минимум. Соответственно, все ходы отсюда вытекающие. Хорошо. Я хочу от себя тоже добавить кое-что. Во-первых, если мы говорим о чем-то божественном, а именно день не Ивана Купала, а день Бога Купалы, день проявления божественного, то в этом случае ни о каком одурманивании, ни о каком животном разгуле, именно животном, речи быть не может. Или вы приходите общаться с предками и богами, и в данном случае Купала, как главный действующий здесь у нас персонаж, присутствует, а с богами общаться на трезвую голову, или же вы приходите за плотскими какими-то наслаждениями, и в этом случае вы уподобляетесь животным. Это первое. Вот здесь вы должны сделать выбор. Все-таки вы относите себя к традиции нашей древней, к нашим обычаям, к нашим конам и поконам, или все-таки к чему-то наносному и к тому, как славян, как наших предков и вас, в частности, как наследников своих предков, представляли недруги всего русского. Вот если вы хотите соответствовать этим представлениям, которые нам навязаны, что это полулюди, почти звери, непонятно, что творившие, говорившие на непонятном языке, да черт знает, что вообще делавшие, да, постоянно разврат, пьянка и так далее, то в этом случае, да, для вас подходят эти все новоделы. Если же вы все-таки наследники великомудрых предков, которые здесь творили великие дела и были наследниками богов и держали всю землю в благе и созидали на этой земле, это другое. Это первое. Второе. И хочу еще отметить, что если бы славянские праздники проходили так, как недруги наши их описывают, то есть пьянка и совокупление со всем, что движется, то в этом случае от пьянки появлялись бы дебилоидные дети, а от совокупления со всем подряд появлялись бы дети с нарушенной генетикой. То есть дебил с нарушенной генетикой – это вырождение рода. Но ведь обратите внимание, наши рода самые до сих пор, невзирая на то, что последние несколько десятков лет настраивали, травили всякими наркотиками во всех видах, нам вбивали чужие морали, мы все равно остались одним из самых здоровых народов на этой земле. Все равно. Это означает, что у нас великий запас прочности, который нам подарили наши предки. А это означает, что они никогда не занимались той дрянью, которую нам постоянно вешают на уши, которую нам постоянно хотят вбить в головы какие-то иноземные, не пойми кто, называющие себя учеными с древних пор, которые придумывают всякие небылицы, и когда включается хоть чуть-чуть здравомыслие, то эти все небылицы рассыпаются. Так вот, вы должны понять, кто вы именно должны, потому что другого нет ничего. Вы должны перед родом, перед собой, перед своим будущим, перед будущим своих детей. Должны.
Не говорю, что хотелось бы или хорошо бы, именно должны. Так вот, вы сейчас должны себя обозначить в этом мире, кто вы есть. Раз вы себя обозначите, то вы будете следовать тому, кто вы есть. Все очень просто. Свиньи вы подзаборные, будете себя вести как свиньи подзаборные. Значит, все басеньки и побасеньки про дикарей, которые пили и трахались совсем, извиняюсь за это грубое слово, значит, все это для вас. Если вы наследники великомудрых предков и богов, то в этом случае тогда вы этим недобродетелям, которые злословят, должны четко ответить, должны их четко поставить на свои места и указать им, где они должны находиться, в каком месте. Мне кажется, как-то так. Продолжай. Я продолжаю? Да. Хорошо. Ну, по большому счету, вот за праздник Купал я сказал и свое мнение, и о том, что в этом году мы, да, проводим достаточно большой праздник под Москвой. Если кому-то из Радовича интересно, есть желание вживую пообщаться, всегда будем рады. С удовольствием примем, в общем-то, и попадете и на обряд, попадете и на все остальные действия, которые там запрограммированы. И как не запрограммированы, какое слово? Алексей, подскажи. Я не знаю, что. Ну, условно, что... будут там. Вот так скажем. Запланированы. Ну, как бы совокупно. Ожидаются. Запланированные ожидаются. Намечено. Запланировано. Хорошо. Поэтому это так. И относительно практик кола года, которые мы следуем за природными циклами, которые автоматически через наше делание повышают нашу чувствительность и дают возможность нам соответствовать для начала хотя бы природным циклам. Это уже очень немало для любого из нас. И через природные циклы вот так мы и окажемся в ладу с природой. Потому что природа вокруг нас – это и есть то, что я говорил в начале нашей беседы. Это возможность наша видеть Бога, богов, предков и божеств вокруг нас и воспринимать это и душой, и сердцем, и сознанием своим. Ну и высшей своей ипостаси, собью, своим духом. Алексей? Хорошо сказал. Я хочу тоже дополнить, что если вот еще один, когда я тебе задал вопрос, а как определить, кто перед тобой, да? Если вы видите, что вас призывают как раз к какой-то такой бесовщине, к чему-то очень низменному, какой-то похоти, если вам предлагают чего-либо налокаться, если вам предлагают с кем-то совокупиться, или если вам предлагают на алтарное священное место бросить что-либо кровавое, то в этом случае это первый указатель того, что здесь что-то не совсем так, а может быть совсем не так. То есть вы должны научиться различать тех, кто алярюс, начиная с матрешек и заканчивая шапками-ушанками, или те, кто какие-то марсиане, непонятно откуда прилетевшие, и либо это вражины, которые чисто вот занимаются похабщиной, выдавая это все за наше наследие. Вот тут необходимо уже здравомыслие включать. Здесь другого совета вам никого не дам. Ну что ж, переходим к вопросам. Да, добренько, можем переходить к вопросам, я думаю. Нормально. Итак, вопросы поступили из чата Народнославянского радио. Чат находится на сайте Народнославянского радио славамир.орг. И первый вопрос от Сергея Леонидова. Звучит он так. Вопрос в эфир. Сурияр, на каникулы до сентября уходишь, что ли? Ну, они не каникулы. Просто надо сейчас, честно говоря, много написать, там провести, там, скажем, обучающие какие-то процессы там по общинам. Ну, я езжу постоянно, просто сейчас будет возможность у меня подольше находиться в той или иной общине, чтобы выстраивать как бы правильный ход, правильное понимание общее. Там где-то надо капище сделать, что-то еще. Но
Основное, конечно, это труд. Надо будет сейчас вот ту часть родового исхода, которая проявлена, вот, привести ее в какой-то, скажем, правильно воспринимаемый вид. Ну и, думаю, в бумажном виде мы по осени ее выпустим в народ, чтобы была возможность о чем-то разговаривать. Не только как бы слова, что висели в воздухе, чтобы они были видны и на бумаге в том числе. Угу. Ну, я думаю, что если у нас будут прерывания какие-то по эфирам, то вы следите за эфиром, за анонсами, и там будет все выложено, когда какой эфир будет. Так что ваше внимание, и все будет в порядке. Ну, думаю, что еще один эфир у нас в июне все-таки получится, как вот сейчас предкупальский, там после Купальской как раз и поделимся с одной стороны впечатлениями. Я надеюсь, Алексей все-таки тоже попадет по мере своей возможности к нам на празднество общее. Ну и тоже будем делиться сообща впечатлениями, я думаю, так. Ну, как боги дадут, так и будет. Естественно, хочу посмотреть, что там будет проводиться, поучаствовать по возможности. Хотя, честно говоря, график очень плотный, приглашают несколько мест сразу. И тут как эта обезьянка. Ну, что ж мне, разорваться, что ли? Щеки не надувай. Да, то ли к умным, то ли к красивым. Я вот сижу, мучаюсь. Но по возможности, конечно. Так, вопрос в эфир. Здравия, Сурияр. Есть славяне, служащие в органах правопорядка и не знающие наши древние традиции. Некоторые из них свято верят, что подавляя, преследуя и оказывая давление на славянское движение, тем самым выполняет свой долг. Как, на твой взгляд, взаимодействовать с ними, чтобы мягко, без противостояния и навязывания привлечь в нашу сторону? Ну, как, конечно, много русов, славян работают в органах правопорядка, там, органах внутренних дел. Вот. Но по своему опыту, по мере своего понимания, я скажу так, что очень много, ну, может быть, очень это громко сказано, но много людей среди тех, кто пребывает в этих органах, несет там свою службу. Ни в коем случае не хочу сказать, что она вредна и плоха, потому что они делают то, что должно, и как бы для них, и считают для себя правильным. Вот. Ну, достаточно большое количество людей, которые все-таки находятся в нашей традиции, которые изучают ее, которые постигают ее, потому что голос крови, голос предков, голос небес при всем желании заглушить ты в себе не можешь. Просто есть определенная проблема, что ну, вот есть конституция, и в нашей конституции, ну, это ссылка на конституцию не в том плане, что она плоха, просто в конституции сказано, что ни одна идеология не может в нашей стране являться основной. Но это же неправда, потому что все равно мы все, живущие в одной стране, на одной земле, должны для себя иметь понятие, что есть правда, что есть ложь, что есть добро, что есть зло. Пусть там достаточно большие расхождения в этом будут, но какое-то более-менее общее понимание должно существовать. И точно так же все сотрудники, которые там осуществляют свою службу в различных органах там, МВД, ФСБ там, и прочих, они точно так же находятся, как и любой из нас, в этом разночтении, в разноголосице множества мнений. Кто-то там услышит условно христианскую проповедь, кто-то следует там заповеди Жеглова, скажем так, вор должен сидеть в тюрьме, но кого определить вором, там не сказано. Каким образом определяется вор? Кто-то говорит, аз есм родович, идущий путем родового обычая, и по мере своей старается помогать и пропаганде, распространению нашего обычая, ну и, собственно говоря, старается не создавать, наверное, излишних давлений и там условий для того, чтобы само движение само по себе продолжалось. Таким образом. Алексей? Да, еще
Бывает так, что иногда вот встречался я лично с людьми, которые сначала вроде бы стали интересоваться нашим наследием, как они сами рассказывали. Я вот так загорелся вот славянством, а потом увидел всю эту чернуху, которая в славянстве есть, и вышел. Я задаю вопрос, а где вы ознакомливались? Кто был ваш наставник? В каких кругах вы общались? И в конечном итоге все сводится к тому, о чем мы вот здесь говорили, о чем я указывал, что берегитесь тех, которые под славянством выдают всякую чернуху. И вот они как раз, эти люди, хорошие, добрые люди, интересующиеся наши родовичи, интересующиеся нашим наследием, попадали под их влияние. И, естественно, насмотревшись этой чернухи, они понимали, что здесь что-то не то. Но те кричат, мы славяне, но мы-то славяне, мы-то вот правильно проводим, как надо, и давай чернуху развивать. И в конечном итоге добрый, хороший человек, он... не то чтобы становился на стороне славянского нашего возрождения, он становился противником, потому что он видел, ну как же это можно поддерживать. То есть вот эти вот чернушники, одетые в славянские одежды, есть не что иное, как волки, одетые в волчьи шкуры. Они сделают столько вреда, столько гадости. Не знаю, осознанно они это делают или неосознанно, деньги тому виной, или отсутствие здравомыслия, или какая-то, может быть, алкогольная там проблема, которую родители в них возложили. Не знаю, не берусь судить. Но то, что вреда они очень много приносят, и много людей отвращают и сеют смуту в наши ряды, это факт. Поэтому необходимо набираться терпения и с людьми, которые вот так разочаровались, объяснять, что вы разочаровались не в славянстве, вы разочаровались в чернухе, которая кроется, пытается укрыться под личиной славянства. Это совершенно разные вещи. Это все равно, что кто-либо, какая-то тетка с базара пришла бы, незнакомая вам, из чужого рода и из чужого народа, и сказала, слушай, теперь я твоя мама. Или какой-то папа пришел, сказал, теперь я твой папа. Да, и что, вы поверите, что это ваш папа или ваша мама? Нет, вот то же самое здесь. Не все, что на заборе написано, является правдой. Не вся, кто про себя говорит хорошее, является таковым. Вот это надо понимать. Дальше вопрос от казака. Здравия, Сурьяр, уточни, что ты подразумеваешь под словами «Вселенная изменилась, боги изменились». Разве мы, как частицы единого, не меняемся вместе? Ведь этот процесс идет постоянно. Я, по-моему, точно так и дословно говорю, что Вселенная изменилась, боги изменились, и мы вместе с богами точно так же изменились, потому что мы неотъемлемая часть Вселенной и неотъемлемая часть Божественного мира. Мы изменились, поэтому, я говорю, наш обычай, наш родовой обычай, он должен быть опираться на древность, как время должен быть жив, он не должен быть мертв. Мы не можем двигаться вперед, повернувшись головой только назад. Поэтому нам необходимо современное осмысление, потому что живо течет, силы текут, свет созидает всемирие, и мы в этом деле, в этом действии присутствуем как одни из сил. Любой из нас является силой, которая действует во всемире. Поэтому тут нет противоречия. Как раз дословно так и говорю, что мы тоже изменились. Угу. Здесь реплика от казака. Сурьяр, ты прав, наши больше среди тех, кто рискует жизнью. Вся шелуха осыпается быстро. Я себя добавлю, шелуха обычно прячется за тех, кто наши. Такой тоже есть эффект. Так, дальше. К сожалению, да. Вопрос в эфир от Светы. Что именно нужно делать при практике безмолвия? С чего начинать? Если невозможно об этом рассказать в эфире или у кого это можно узнать? Ну, по большому счету, тут нет ничего сокровенного, ну, как бы сокрытого на сегодняшний день в этой практике. Там просто есть какие-то элементы, которые постигаются уже через годы, наверное, делания в подобном ключе. А по сути просто, как бы первично надо научиться, ну вот выбирайте спокойное время, там, спокойное место, где вас никто не будет беспокоить. Ну и, собственно говоря, следите за своими мыслями для начала. В какой-то момент, ну там у всех по-разному, там, если вы достаточно
четко это выполняете, как бы один из ключевых элементов любой практики, любого делания, это ритмичность, то бишь регулярность исполнения. То есть, если вы каждый день практикуете, у вас эффект будет значительно быстрее. Если два раза в неделю, тоже эффект будет. Если вы практикуете условно раз в 3 месяца, значит, эффект у вас никогда, как правило, никакого не будет. Поэтому садитесь спокойно и следите за своими мыслями. И в какой-то момент вы увидите их течение четко, и увидите между ними паузы. И увидите возможность, что вы их сможете останавливать. Но это не значит, что часто вот учителя медитации и всего прочего, они говорят, типа, остановите все. Не нужно останавливать все процессы. Важно как раз остановить только саму балалайку. Потому что восприятие всемирия, оно продолжается. Потому что наше сознание вот этого ежедневного действия, оно достаточно маленькое и медленное. А подсознание или сверхсознание, оно в десятки, в сотни раз быстрее и больше. Так вот, задача выскочить из этого сознания и его взять под контроль, эту безумную белую обезьяну, которая скачет в нашем сознании постоянно. И через это мы уже сможем выходить на уровень более высоких восприятий, повысить свой чувственный ряд в том числе и как бы четче осознавать себя, потому что в чем вопрос? Что вот наше сознание и те образы, те как бы мысли, которые через него катятся, это, как правило, обрыв связи. Это, как правило, тут мы вышли из правил. Очередное прерывание у нас происходит. И пока у нас происходит прерывание, налаживание связи, давайте какую-нибудь музыкальную паузу я сейчас поставлю. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 16 июня 2016 года, четверг, по одному из старинных, 26-й день месяца Ветров, 7524-го лета, пятница. Мы говорим про славянские обряды, как духовные практики, главный ведущий Сурияр, и, как говорится, на самом интересном месте был обрыв. И вот, наверное, давай попробуем еще раз этот вопрос заново как-то начать отвечать на него, потому что ты не услышал, когда оборвалось, а я как раз в этот момент занимался тем, что подбирал музыку. И получилось, что я не уловил тот момент слова, на котором оборвалось, да, а ты не понял, а когда у тебя обрыв произошел. Итак, еще раз, вопрос эфира Цветы. Что именно нужно делать при практике безмолвия? С чего начинать, если невозможно об этом рассказать в эфире, где или у кого можно это узнать? Ну, повторю, не знаю, в какой момент прервалась трансляция, но смысл такой, я говорю, что просто находите свободное время, свободное тихое место, садитесь и начинайте следить за своими мыслями. Через какое-то время, там, в течение 3-4 месяцев, вы уже будете их различать достаточно четко, а если вы увидите их четко, то у вас появится возможность их остановить. Просто тут не надо делать то, что, как сказать, многие учителя медитации предлагают остановить все, потому что когда вы останавливаете все, вы закрываете все контуры восприятия. А задача остановить, собственно говоря, только балалайку нашего текущего ежедневного вот этого мыслеверчения. Вот, потому что когда вы останавливаете ее, у вас появляется возможность в десятки, в сотни раз увеличить способ и скорость своего мировосприятия. И как бы тонкие составляющие вашего как бы духа, вашей души, они активизируются многократно. Вот, собственно говоря, наверное, в этом и есть основное
описание делания, практики безмолвия. Ну и как какую-то часть можете посмотреть, поискать описание в интернетах. Ну, я говорю, ключевой момент, что не пытайтесь остановить полностью все. Вот и все. Наверное, пока я так вот опишу. Потому что иначе долго очень описывать, а так, я говорю, если человек сам приложит некоторые усилия, я думаю, можно с этим справиться. Хорошо. И еще тоже стоит дополнить. Еще секунду, да, Алексей. Да. Главное – регулярность занятий. Регулярность занятий. Чем чаще вы это делаете, тем больше шансов у вас на успех. Алексей? Хорошо. Да, хорошо. Еще хочу тоже заметить, что не пытайтесь сразу попасть в какие-то такие высшие вот эти вот ощущения. Везде необходима поэтапность. Если вы просто для начала научитесь хотя бы следить за тем, что происходит вокруг вас, то есть созерцать, научитесь понимать, откуда возникают у вас мысли, как эти мысли развиваются, и хотя бы научитесь контролировать, а не так, что у вас вот все бегает. И потом уже в дальнейшем ненужные мысли будете отсекать и таким образом будете оставлять, что самое главное, на чем-то концентрироваться, вот тогда вы будете следовать поступенно. Потому что есть такой момент, когда человек садится, начинает практику безмолвия делать, и вроде бы сразу что-то пошло, а потом начинается так хоровод какой-то мысли, чего-то убегает, и он начинает сдерживать себя, чтобы не начинать говорить, там, не начинать что-то дергаться, и его начинает что-то раздражать, он что-то хочет сказать, кому-то, кто-то где-то появляется и так далее. Вот если вы сразу пытаетесь объять необъятное, то вас ждут, могут, вернее, ждать какие-то такие проблемы. Поэтому если вдруг вы чувствуете, что вот еще пока не готовы очень высоко залезть, хотя бы научитесь контролировать мысли, хотя бы научитесь успокаиваться, хотя бы научитесь концентрироваться, может быть, на какой-то мысли, на каком-то предмете, на каком-то образе. Вот начинайте с малого, постепенно. И то, что правильно сказал Сурьер, это последовательность. Нельзя так, что вы сегодня позанимались, потом месяц где-то там бродили, потом вспомнили, ой, да, забыл, надо еще разок позаниматься. То есть вот если вы взялись за это дело, хотите развить себе умение созерцать, внешне созерцать, внутри общаться с чем-то более высоким, то это необходимо заниматься постоянно, чтобы эта практика стала частью вашей жизни. Ну, то же самое, как встали с утра, пошли умылись, как ложитесь спать, там, ну, тоже помылись, приняли душ или что-то еще, приласкали ребенка, сказали доброе слово. Это надо себя воспитывать, этим надо заниматься. Это должно стать частью вашей жизни и в конечном итоге самой жизнью. Вот как-то так. Дальше. Ингварь, вопрос в эфир. Может быть, я как-то не очень понял, какие практики являются обязательными для работы сознания. Да и так ли это, неужели, образно говоря, необходимо всем медитировать, чтобы голова была на месте? Все чего? Или там последнее, что какой-то фразы не расслышал? Да и так ли это, неужели, образно говоря, необходимо всем медитировать, чтобы голова была на месте? Да нет, конечно, это не всем необходимо. Потому что как бы каждый человек идет, с одной стороны, своим ходом и своим деланием. Если человек безупречно, скажем так, пашет землю, засевает ее, выращивает хороший урожай, вот это и есть его, по большому счету, высшая практика, через которую он реально может получить высочайшие какие-то откровения и свое ведание. Это, как правило, то, о чем я говорю, это вот те люди, которые, пройдя какой-то путь, поняли, что их схема мировосприятия, их уровень чувственного, опять же, восприятия недостаточен, и они решили как бы по этой стезе пройти немножко дальше и продвинуться. Тут ни в коем случае это не является, что эти лучше, а эти хуже. Почему я говорю, что вспахивание земли, оно точно так же является очень серьезной практикой и в какой-то момент духовной тоже. Алексей? Да, надо понять, что медитация – это не просто сидение там, в позе лотоса, например, и как-то закрытыми глазами пытаться с кем-то там поговорить или на что-то настроиться. Медитация – это образ жизни, при котором вы
не делаете чего-то плохого для себя и для этой жизни, а занимайтесь самосовершенствованием, самопознанием, познанием этого мира через себя и познанием себя через этот мир. И тем более, что вот ты правильно сказал, что медитация, она может быть совершенно разной. Медитация может быть неподвижной, медитация может быть подвижной, медитация может быть неосознанной, медитация может быть осознанная, ну, неосознанная, в кавычках я беру, когда все мысли убираются. То есть здесь очень много вариантов. И главное что? Главное, что вы понимаете, кто вы, для чего в этом мире, с какой целью сюда пришли, какая у вас миссия в этом мире, что вы должны достичь. То есть отправная точка исходная и точка, куда вы должны прийти. И понимать, что и как вы должны делать. Вот это и будет ваша жизненная основная медитация. Все остальное – это набор инструментов, которые вы можете приобрести в этой жизни для достижения конечной точки, для прихода туда, куда вам надо. Вот это вот самая медитация. А что вы будете делать? Будет ли сосредоточенно колоть дрова и сосредотачиваться, помимо этого, еще на чем-то? Или косить? Или там, пахать землю, или общаться с животными, там, собирать урожай с растениями, разговаривать с близкими друзьями. Не знаю, это уже ваше дело. Но все, вся ваша жизнь должна быть медитация. Медитация между физическим телом, человекообразным, и вашим высшим «я». Вот, вот это вот постоянная связь, постоянное получение информации. Вот это вот та самая главная медитация, которая должна быть. А какой практикой вы это будете достигать? Безмолвием или дыхательной практикой, или через какие-то сновидения осознанные, или еще что-то. Это уже то, что вам ближе в вашем ходе, в вашем предназначении. Наверное, вот так вот. Да, хорошо. Данил, вопрос в эфир от Данила. Здравия соведущим. Сурияр, первый вопрос. Фрагмент какого обряда запечатлен на фотографии в анонсе эфира? Ну, анонс эфира, там, если ты видел его, не знаю, фотографии, смотрел на сверху, там девушка стоит и три кумира за ее спиной, видимо, и на капище, руки в стороны развела. Ну, вот. Я, к сожалению, не видел, поэтому, наверное, не скажу. И даже, я думаю, что, скорее всего, фотография, наверное, постановочная какая-нибудь может быть. Ты угадал. Это именно постановочная фотография, на мой взгляд, тоже с тобой согласен. Здесь просто показывается, что вот такой есть стиль общения, находясь на капище. А что там девушка конкретно делает, какой или обряд, или что-то еще, там не указано. Дальше второй вопрос. А что символизирует гирлянда из 33 сфер жемчужин в руках девиц, изображенной на фото в анонсе эфира? Опять же, эта фотография не нами сделана, не Сурьяром сделана, она не прислана, поэтому ответить так вот вряд ли. Но вообще, гирлянда из 33 сфер жемчужин от тебе о чем-то говорит? Давай по-другому вопрос перефразирую. На меня нет, ничего не скажу, потому что есть 108. Есть 16, есть 96, куча цифр, и каждый описывает свое. Поэтому тут мы, если будем нырять в этой 33 сферы бытия, там как 33 богатыря тоже у нас есть, а с ними батька Черномор, это тоже, как сказать, Пушкин, с одной стороны, но он описывает там, но толкование, опять же, встречал как минимум несколько вот этой позиции. Поэтому не хочу создавать излишний уровень морока, тут пытаясь толковать то, что, как бы, во-первых, не принесет сейчас смысла, а во-вторых, людей просто ведет от правильного понимания. Да, так что уже уточнили, что фотография сделана не кем-то из нас, просто взята из открытых источников, и что-то говорить про нее, наверное, смысла нет. Вопрос эфир от Виталия из Киева. Здравия, а если все понимаешь, но слабак? Благодарю. Еще раз я просто выскочил. А если все понимаешь, спрашивает Виталий из Киева, но слабак? Все понял. Но это как бы не касаемо условно нас, а касаемо всех в той или иной степени. Ну, ситуация такая. Человек понимает все, но типа что-то не может сделать. Или силы воли не хватает, или страх какой-то. Да мало ли что. Сила, говорит, есть, воля есть, а силы воли никак, да? Да, но совместить тут, не может. Да. Тут вопрос такой. Все мы... Я про себя, по крайней мере, могу четко сказать, что все мы в той или иной мере слабаки.
Вот, ну, я говорю сейчас, я говорю за себя. Ну, просто я понимаю одно. Вот, если ты идешь и каждый день делаешь что-то, то сила, она постепенно набирается. И вот в момент, то, что раньше вызывало, допустим, страх, а может быть даже ужас, оно постепенно начинает исчезать, если ты каждый день идешь и делаешь нечто, что ведет тебя к достижению своей цели. В нашем случае делание на поприще родового обычая, родовой веры нашей. Я могу дополнить здесь. Дело в том, что слабость, вот слабость различная, физическая, духовная, душевная, моральная, ну, как правило, это в первую очередь моральная и душевная, духовная относится, в последнюю очередь к физической, она связана со страхами. Потому что человек боится, я вот сейчас что-то скажу, и мне за это попадет. Я вот что-то сделаю, и мне за это попадет. Я о чем-то помыслю, а будет вот не так. Ну и так далее, и тому подобное. И вот как раз здесь проявлена очень сильно такая тенденция всего бояться. Надо понимать, что страх, он всегда идет от физического тела. Это говорит лишь о том, что на данный момент, пока у вас есть страх, пока вы слабак, это говорит о том, что у вас главенствует животное начало. Животное начало – это всего лишь очень правильный и хороший инструмент для существования вас, высшего Я, проявления вашего высшего Я, на земле. Если духовное, если высшее Я не главенствует, а главенствует животное начало, это говорит о том, что вы не состоялись как человек. Вам надо еще очень сильно поработать над тем, чтобы вы стали хозяином своего тела, хозяином этого человекообразного существа, этого животного, который пока доминирует. Потому что все страхи идут из одного страха – страха смерти. Смерть боится только физическое начало, животное начало. А высшему Я вашему бояться смерти нет смысла, нет для него смерти. И никогда не было, никогда не будет. Ну, на тех проявлениях, которые сейчас, о которых мы сейчас говорим, естественно, о земных проявлениях. Поэтому, когда вы понимаете, что животное – это не вы, и животное осознает это все, тогда все очень просто. Тогда оно подчиняется вам, истинному вашему высшему Я, то есть включается царь в голове, и тогда все страхи отходят на второй, третий, десятый план или вообще уходят от вашей жизни. Потому что животное понимает, что все равно оно умрет, но если оно будет подчиняться тому, кто знает в этой жизни все, то есть высшему вашему Я, а вы там знаете в этой жизни все, вы же свою жизнь, в принципе, и подготавливали, и это животное подготавливали, то в этом случае надо доверяться ему. Оно знает все ходы и выходы, оно вам обеспечит, ну, животное начало обеспечит животному безбедную нормальную жизнь, будет жизнь в достатке, будет все хорошо, и оно еще уведет вас от болезни. И умрет животное спокойненько в один день или в одну ночь, ляжет с улыбкой, заснет, и все будет хорошо. То есть без мучений, без страхов. Вот когда животное понимает это, оно полностью подчиняется высшему Я. И тогда уже уходят все страхи, она ничего не боится. И вот тогда вот это то, что называется канал, ну, мне слово канал не очень нравится, но привычно он, канал с родом, родовой канал, они сразу открываются. Вот, вот это вот главное вы сейчас подсказка для человека, который считает себя слабаком. Не слабак ты, не слабак, ни в коем случае. Просто-напросто еще не разобрался, кто хозяин в твоем теле, кто хозяин твоей жизни. Как только разберешься, все эти вопросы, слабак, не слабак, уже будут вторичны и вообще будут неинтересны. Итак, следующий вопрос эфира от Виктора Леонидовича. Был учитель или наставник? Ничему учить не стал, только сказал, вот книги, ты должен научиться сам учиться. А еще раньше попросил отца моего научить меня на коньках кататься. Отец принес коньки и сказал, учись, плавать вот озеро, на лыжи ходить вот лыжи. И так все остальное. А ты говоришь, наставник нужен обязательно, который покажет, что это, что если я сам всему учусь, то это неправильно? Да нет, почему же неправильно? Просто я говорю, сколько условно учителей, и столько, наверное, методик. И то, что ты как бы описываешь, что вот отец учил так и так, это тоже самая хорошая методика, потому что подразумевается для любого наставляющего, я думаю, хорошо не то, чтобы ученик условно научился там петь какие-то песнопения или мантры там без ошибок в правильном ритме. А дело в том, чтобы он стал тем, кто может это делать сам. Не пение, а жить, находясь в правильном делании, в правильном ходу. Вот в чем вопрос. Поэтому
не, как я говорил, что просто дальше пройти в более, скажем, объемные вещи самому сложно, одному человеку. А вот то, что вы описываете, вот это делание правильное по жизни, так сказать, так относись к людям, так относись к своему делу, так относись к себе. Это все, вот вы говорите, там привил вам родитель ваш, отец, в правильном порядке. Хорошо, тут нет противоречия, говорю, просто сколько наставляющих, условно, столько может быть и методик. А задача одна, чтобы вы оказались в правильном отношении, по отношению к самому себе, в правильном ходу, и правильному отношению к людям, окружающим вас, и, в общем-то, ко Вселенной, в которой мы все пребываем. Наверное, так, Алексей? Угу. Мало того, Виктор как раз и описал наставника. Наставник, да? – это который наставляет на путь, который наставляет на тот путь, который приведет его к какой-то цели. Вот он принес коньки. Пока вот человек же увидел, как кататься, ему же не надо рассказывать, как кататься. Он сказал: вот тебе коньки, принес лыжи, пожалуйста. Он наставляет, он помогает разобраться, он помогает в эту ситуацию войти, он помогает достать ту атрибутику, те инструменты, которые нужны. То есть продвигает человека, но не пинками, а именно: вот, на, держи, пожалуйста. Хочешь орех? Вот дерево, вот тряси орехи, доставай. Хочешь расколоть, вот тебе чем колоть, пожалуйста. В крайнем случае, может просто показать. Вот это наставник. Учитель все-таки тот, который учит. Чит. Вот если слово чит — читать, чтить, счет. Это немножечко другое. Это когда уже идет занятие. Чит – это сознание вообще. Как бы. Да, вот когда идет… формирует сознание. Ну, скажем так, еще такое слово, дрессировка, да, вот когда у тебя вот не просто наставляют, а когда с тобой вместе сидят или там рассказывают что-то, вкладывают в тебя, проверяют, правильно ли ты что-то сделал. Вот учитель может, например, не просто наставлять, а учитель в какой-то школе хореографической, в рисовании, когда мог взять твою руку или там на каком-то инструменте играть, поставить руку правильно, пальчики разложить, да, рассказать, показать, или там за станком научить стоять или что-то еще. Вот это учитель, когда реально идет работа постоянно, и он даже твоими руками может в каком-то этапе управлять. Молоток правильно взять в руку, показать, ударить вместе с твоей рукой, своей рукой там захватить и так далее. На машине ехать, когда у него есть педали там, или руль второй. Вот это вот учитель. А наставник, который говорит: вот твой путь, вот инструменты, а дальше вот смотри, как сделано, и повторяй, делай. Вот это наставник, учитель. Ну, еще много есть других там названий, которые часто путают. Но мы сейчас не об этом говорим. Так что здесь Виктор Леонидович очень четко написал путь наставника, как он себя ведет, наставник. Дальше, оно без чернобогов. Вопрос в эфир. Все очень верно говорится, но вот возникает вопрос: можно ли назвать хоть одного вышеведущего, и как такого вышеведущего можно отыскать? Лично Аз еще ни одного не встречал и даже не слышал, хотя многие на такую роль претендуют. Если же вышеведущие просто хорошо разбираются в ведах, то тогда другое дело. Таких хоть пруд пруди. С уважением, Анубис. Ну, Анубис правильно задает вопрос. Скажем так, он находится в поиске, и я точно так же говорю, что я всегда нахожусь в поиске тех людей, которые могут мне как бы помочь пройти еще дальше. Помимо того, что я всегда осуществляю свой ход, просто да, как-то люди иногда появляются, приходят, там я не буду сейчас уходить в дальние горизонты, потому что с какого-то момента появляется возможность, наверное, взаимодействовать не только с проявленными в плотных, плотских телах, с духами, сущностями, но и с теми, которые, в общем-то, длят свой путь значительно дольше. И как сказать, но это опять же такой путь, как сказать, своеобразный, я бы сказал, сложный, потому что гарантии того, что ты не подключился к какому-то из темных проявлений, никто вам, наверное, дать не сможет.
Поэтому я и говорю, что все-таки желательно и на первых, и на, может быть, дальних порах искать тех наставников, тех поучающих, тех, возможно, учителей, которые длят какой-то свой жизненный путь. Потому что вот этот элемент. А то, что Анубис спрашивает, что это те, которые хорошо толкуют веды, нет, это все-таки не... Я скажу, кого я называю высшими ведающими. Это те люди, которые практически в моем понимании, в моем восприятии, безусловно, понимают в очень высокой степени не веды как таковые, писанные, а веду неписанную, кон изначальный. И поэтому практически любое событие жизненное они способны, с одной стороны, и увидеть, предвидеть, описать и рассказать, как оно развернется. Вот это как бы для меня, потому что как бы красивые словеса или там красивые фразы для меня, как правило, не имеют никакого значения. Я в этом плане стараюсь все-таки находиться в практической плоскости, потому что знание не должно быть висящим в воздухе, как я говорил, как любая бесполезная информация. А это то знание, которое позволяет понять, как устроен мир. И не только мир, а всемирье, то бишь видимая и невидимая его часть. И каким образом нам взаимодействовать, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные за ту стезю, которая приведет нас не туда, куда бы нам хотелось. Вот примерно так, Алексей. Еще надо отметить иногда, что мы часто ищем каких-то людей очень ведущих, выше ведущих, да мало ли что мы ищем, хотим их увидеть, но каждый вот такой выше ведущий, он появляется или объявляется, проявляется на тот момент и на том уровне, когда это необходимо. Но чаще всего это происходит очень незаметно. Как раз такие люди, они появились, себя никак не обозначают, никак себя не называют, просто сделали свое дело, дали какую-то подсказку, какое-то направление и пошли дальше. Потому что привязываться к какому-либо человеку или создавать какое-либо окружение или какую-то секту, это не в их правилах, это не в их установках. У них задача несколько другая. Вот это надо все учитывать. Поэтому... Ну, вряд ли кто-то так будет появляться и вот говорить: я высший ведущий, смотрите на меня, я вот такой крутой, я вам сейчас тут про жизнь все расскажу. Так, ладно, вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Кто был наставником самого первого наставника, кто учил самого первого учителя? Как бы либо я не до конца понял вопрос, или... Тут, может быть, вопрос, как сказать, в том ключе, как люди говорят, парам-пара, цепь ученической преемственности, да? Вот. Тут нет такого, там, по-моему, Куровский или кто там озвучил условно всю свою, как ее, цепь ученической преемственности, то как он ее обозначает. Тут недавно просто тоже сталкивался с человеком, говорит, вот мы там с 13 века там в таком-то ордене ведем вот такие-то действия, даем такие-то посвящения и даем там сертификаты тем, кто прошел это посвящение. Я говорю, ну можно там задам несколько вопросов, как бы касающихся посвящения и уровня понимания. Он говорит, ну да, наверное, может. Ну, я задал вопрос, я не получил, к сожалению, ни одного вразумительного ответа. Потому что, как сказать, мы можем сказать, как бы первым наставником был Сварог, а поучающимся там был Перун. И от него ведем свою линию. И это будет правда. Но это будет как бы для всех людей, это все равно пустые словеса. Почему? Потому что это не как бы не как сказать, вот видишь листок, печать видишь, написано Сварог. Вот это значит от него. Потому что это все в данном случае пустота. А с другой стороны, сама по себе линия парам-пара, да, цепь ученической преемственности, она, к сожалению, часто приходит к тому, что
пришел некто, который имел высокий уровень понимания. Все последующие ученики как бы пытались дотянуться условно до его уровня, но как бы уровень понимания с каждым поколением, с каждой передачей наоборот падал. Но некий светоч где-то был во тьме, но чем дальше имеется светоч где-то в давнем времени, но чем больше времени проходит, тем больше светоч погружается во тьму, и все получающиеся. Остается догмат, а после догмата уже остаются вообще некоторые ритуальные действия, назовем их так, которые якобы приводят к тем или иным состояниям. Это вот со множеством, с большинством школ происходит это именно так, который там вот был некий учитель, прародитель той или иной стези, и заканчиваются они просто, это исчезает, потому что сама по себе вот школа имеет устойчивость. Это значит, если в течение каких-то нескольких поколений приходит кто-то тот, который может эту училу, эту школу приподнять на более высокую стезю. Если этого не происходит, любая школа это как бы закольцованный круг. Ну вот условно, если какое-то количество людей ходит по болоту по кругу, значит гарантированный сюжет, что они в это болото погрузятся, они в нем утонут. Точно так же с любой школой, которая не находит новых способов, не находит более расширенного миропонимания и не несет его в мир. Но к этому приходят вообще редчайшие из школ. Вот. А еще третий путь – это путь безусловной прямой передачи. То бишь, когда человек доходит до какого-то уровня восприятия, да, назовем его, наверное, тут уже не праведник, а пророк. И слово пророк назовем тот, кто речет пророк. Рок – это как бы безусловное движение сил в коне. Вот что такое рок. Uh-huh. И соответственно, это вот я говорю, три уровня школ могут быть, и как сказать, даже пророк, опять же, являясь первичным источником, если уровень парампара идет, постижение опускается, значит, происходит вот это не как сказать, затухание светоча, и школа исчезает как таковая. Поэтому сам по себе вопрос, он и имеет право на существование. Ну, как говорят, меня там часто спрашивают, типа, а откуда посвящение там? Я говорю, ну, расскажите, чье посвящение вы знаете, как работает, и чье посвящение вас устроит, чтобы мы обсудили там, соответствует или не соответствует. Да. Вот, примерно так, Алексей. Да, ну здесь можно, конечно, еще много что. Ну, тут это длинная да, тема, наговорить. Потому что да, на. Ну, вопрос, понимаешь, в чем дело? Вопрос достаточно философский. Что Виктор Леонидович получит? Ну, не практически одновременно. Ну, я понял, да. Ну, можно в практическое русло вывести, конечно. Но я хотел спросить, а что Виктор Леонидович получит от ответа на свой вопрос? Что-то лучше в его жизни будет? А вообще, я так тоже могу спросить, если уж так ставится вопрос философский, то философски я могу также ответить. Если мне назовут... Если Виктор Ильич точно мне назовет имя первого наставника, то тогда я точно так же могу задать вопрос, узнать и ответить Виктору Леонидовичу, кто был его первым наставником. И если он ответит, кто был самый первый учитель, имя конкретно и имя четко, не то, что это там написано, где-то кто-то сказал, а он именно назовет реально имя первого учителя, я тогда задам вопрос там и дам ответ, кто был учителем этого первого учителя. Вот. А вообще, конечно, тут вариант такой, что первично, курица или яйцо разыгрывается. Ладно, Сергей Сан-Леонидова, вопрос в эфир. Может ли людина темного толка расстроить обряд, то есть переправить в другое русло? Ну, к сожалению, да, может. Я с этим тоже сталкивался, но вопрос, наверное, все-таки не сам вопрос, то, что задан, я имею в виду то, что если развернуть
что да, темная людина может обряд расстроить, потому что приходилось сталкиваться, в общем-то, и с темными деятелями, которые тянут силы на себя, и по большому счету они стараются в обряде замкнуть вот коло не на выход, вышние как бы какие-то пределы для взаимодействия с более высокими небесами, они стараются замкнуть поток этот силы на себя. Но они либо тогда сами стараются влезть на место обрядодея, либо стараются обрядодея, если он недостаточно подготовлен, как бы сведущий, не имеет достаточного уровня подключения, посвящения, замкнуть на свою сторону. Ну, бывает, что это им удается. И бывает, что да, есть люди, назовем их так, природные маги темного толка, они это делают часто несознательно, но совершенно четко, так сказать, попадают, могут разрушить этот обряд. Но это не значит, что они могут разрушить весь ход. Угу. Да, согласен с тобой, с тем, что есть такие друзья-товарищи, которые или сознательно, или несознательно, находясь на очень низком уровне, могут разрушать какие-то светлые деяния. Но такая возможность им предоставляется только в том случае, если тот, который светлые деяния делает, не соответствует уровню этих светлых деяний, или делает что-то не так, или не понимает того, что он делает, или оказался, ну, скажем так, послабее. А вот послабее — это как раз те три фактора, которые я назвал: не понимает или не до конца въехал, да, как некоторые сейчас молодежь говорит, в это дело, или просто-напросто думает, что он что-то там понимает. Вот в этом случае, да, возможно. Все остальное, если вы находитесь в связи с богами, если вы находитесь в понимании того, что делаете, то ну, кто это может разрушить? Или тогда не к тем богам вы обращаетесь, может быть, каким-то слабеньким и дохленьким, которые ничего не могут, то вопрос, а каким богам вы служите, с какими богами вы общаетесь, а кто вообще ваши боги, если они такие никчемные? Наши боги, они самые древние, они самые первые, от них все пошло, они все устраивали. Вот если это понимаете, то вопрос, а кто кроме них и кто против них? А если вы на их стороне, кто против вас? Поэтому, если кто-то разрушает, неважно, по осознанности, не по осознанности, по своей природной магической какой-то силе, это говорит лишь о том, что что-то где-то вы не так поняли. Здесь Анубис уточняет дополнение к первому вопросу. Вопрос был не в том, что ищу аз кого-то или не ищу, а в просьбе назвать хоть одного, хоть одно известное всем имя такого вышневедующего. Ну, как сказать, условно, я скажу проще, я его не назову, и не потому, что, как сказать, этого имени нет. Ну, это пусть каждый воспринимает как свое, потому что эти люди как бы открываются, выходят не часто, с одной стороны, а с другой стороны, я не хочу их подвергать никакой опасности, потому что понимаю, что они делают. Вот и все. И как бы как любой, и Анубис это знает, в любых магических движениях названное имя уже является проходом в определенную степень. Угу. Ну хорошо, я надеюсь, что ты дал вполне четкий осознанный ответ. Ну, если что-то непонятно, тогда Анубис пускай отвечает. Ну, я говорю, просто я по-другому, к сожалению, к счастью, просто по-другому я здесь не могу сказать. Вот так. Хорошо. Ярогор, вопрос в эфир. Сурияр, расскажи об общине, что на празднике будет, каковы ее истоки. Читая страничку ВКонтакте, некоторые непонятности. Например, имеет ли к вам отношение Велесов круг Богумил Гасанов? Просто в данном случае мы, так как у этого славянского объединения были определенные проблемы, ну, как сказать, мы как предложили им как поучаствовать в нашем действии на правах соорганизаторов. Для того, чтобы, потому что достаточно большое количество родовичей, которые хотели попасть на Купалу, оказались бы без праздника, собственно говоря. Поэтому мы и
как сказать, вышли в этом случае как бы с инициативой со своей стороны. Потому что у нас, да, я говорю, есть различия некое в пониманиях, различия в ходах, но как на краткосрочные вот, взаимодействия я не считаю, что есть какие-то безусловные запреты. Я думаю, что мы сможем сделать этот праздник правильно, сообщая и наполнив его смыслом и светом. Ну хорошо, там видно будет. Сейчас да, только да, да. какие-то. Да, ну потому что я знаю и Гумила Гасанова, и Велеслава, и, собственно говоря, знаю о их как бы движении, о том, в общем-то, вкладе, который они все равно сделали в славянское движение, и, я так понимаю, будут продолжать делать. Поэтому у меня единственное, что есть очень большая надежда, даже скажу больше, что уверенность, что в какой-то момент мы все-таки сможем выработать и воспринять какую-то более созидательную, более цельную общую идею, которая нас не будет разделять, там, расталкивать по разным углам, там, в попытках там, бесконечной борьбы и доказывания какой-то своей мелкой там, сермяжной правды, а что мы признаем какую-то общую правду. Я, по крайней мере, на это безусловно надеюсь и имею определенный уровень уверенности, опирающийся на тот уровень понимания, который у меня есть. То Алексей. Есть это некий объединительный шаг, предложение объединительного шага с твоей стороны, да, ну, и со стороны да, тех, кто согласился. Ну да, по крайней мере, просто, да, на тот вот как бы праздничный период, там вот неделя, которая у нас Купальская будет, мы вот в этот период будем взаимодействовать. Ну, я надеюсь, что мы сможем выстроить обряд в хорошем, четком ключе, который позволит наши небеса еще приподнять для нашего понимания и взаимодействия. Это... Ты же не забываешь, что там и эта неделя растянется на 2 недели, потому что в июле будет продолжение, это уже по староверческому календарю, так что там можно растянуть чуть ли не на месяц. Так самое да, смешное, что у меня уже буквально с субботы это начинается и будет продолжаться еще достаточно долго, скажем так. Так что объединяться и объединяться здесь. Да, ну тут я говорю, поэтому я знаю, сколько разных разнотолков ходит и по интернету, и среди и родноверов, и славян, и староверов касаемо этого объединения. Но, как сказать, так как я знаю, что есть и, как я говорил, есть и темные ходы, есть и светлые ходы, но просто мы в какой-то момент приходим к тому, что первичная наша заповедь и первый ход, который каждый родович делает, это значит «делай все, чтобы роды твои продолжились в вечности». И, соответственно, чем больше нас, тем меньше их. Вот примерно так. Хорошо. Здесь, вот, да, я говорю, почему я вспомнил, что вот можно сейчас заниматься и нужно заниматься не просто каким-то там примирением, какое-то перемирие. Мне вообще не нравятся эти слова «перемирие» через, среди родовичей. Ну как перемирие среди родовичей быть? Мир должен быть всегда между нами. Независимо от того, к какой традиции ты себя относишь. Другое дело, ты чернуху несешь в этот мир, именно чернуху. Или все-таки ты стремишься разобраться, что такое этот мир, и понять себя, и что-то светлое в себе развить, что-то доброе, вечное, ну, где-то, говорит, это любовь в себе развить в разных пониманиях, это смысл слова, хотя для меня слово «любовь» четко имеет понимание, представление, люди богов ведают. И вот когда ты это все в себе развиваешь, то тогда какие могут быть разнотолки? Ну, что один в этот день, другой в этот день, да, на мой взгляд, это вообще ерунда полная. Что этот в эту неделю, кто-то в следующей неделе, так это вообще тем более полная ерунда. Открываем писания каких-нибудь там священников христианских, так они там вообще писали, что эти славяне, язычники празднуют Купалу от этого до этого дня, а там, прошу прощения, целый месяц между ними, с перерывами только на какие-то хозяйственные дела, а потом вечерами опять собираются, разжигают костры, прыгают через них, поют песни, купаются, водят хороводы и свои игрища устраивают бесовские.
Вот это написано. Ну, ладно, бесовские игры, мы игрища на совести тех, кто писал. Скорее всего, это были не совсем все-таки понимающие нашу древность люди. Для них бесовское – это то, что непонятное, поскольку, может быть, забыли свое, может, что-то принесено. Это на их совести. Но суть в том, что почти целый месяц, а значит, в этот месяц сходили Иерусалим, в этот месяц сходили какие-то дополнительные праздники, какие-то обрядовые дни, дни очищения, и была какая-то кульминация. А где она раньше, позже, на какой день, это уже другой вопрос. Поэтому давайте не будем упираться, что мы только в этот день, и мы только правы. Нет, давайте смотреть более широко. Это объединяющий такой фактор и очень-очень важный. Ну, а дальше, если будет желание, то и я могу еще много чего рассказать. Да, думаю, ты тоже расскажешь. Дальше. Казак, вопрос в эфир. Практика безмолвия или остановка внутреннего диалога – это одно и то же? Ну, почти. Почти одно и то же. И даже, можно сказать, одно и то же. Вопрос, я говорю, просто ключевой момент, что остановка диалога не подразумевает остановка всего восприятия окружающего мира, всемирия. Почему? Потому что как бы, когда мы останавливаем балалайку, наше, как сказать, неорганизованное сознание, у нас расширяется спектр восприятия многократно. Вот, собственно говоря, в этом и одна из ключевых позиций делания безмолвия, практики безмолвия. Да, любая практика безмолвия или внутреннего диалога, остановка внутреннего диалога, не подразумевает остановку процессов жизни человека. Они могут замедляться, они могут ускоряться, они могут быть явные, могут быть скрытые, но это не означает, что, например, сердце перестанет окончательно биться, или кровь перестанет двигаться, или вы перестанете дышать. Хотя есть йоговские практики, которые, ну, доводят до того, что там, сердце останавливается какое-то время, кровь течет еле-еле заметно, но все равно какие-то процессы происходят. То же самое в мозгу. Если вы молчите, это еще не говорит о том, что какая-то правильная мысль вас не посещает, или вы с кем-то не соединяетесь. Ведь процесс соединения или получения чего-либо – это все равно процесс, это все равно какое-то движение. Это все равно какая-то мысль, это какая-то энергия, движение, течение и так далее. Поэтому остановка полная не подразумевается в практике безмолвия, в практике внутреннего диалога. И вот внутренний диалог – это как раз говорит о том, что вы его остановили, но диалог, то есть сам с собой перестали разговаривать, а начали общаться туда повыше. Так что это, скорее всего, я с тобой согласен, очень похоже на одно и то же, но с разных точек зрения. Виктор, дополнение к эфиру от Виктора Леонидовича. С наставником легче, безопаснее, но и самому важно. Так считаю, поэтому вопросы такие, кто первым был? Ну, хороший вопрос. Елена 777, вопрос эфир. Что необходимо взять с собой на Купалу? Молоко там или старую одежду? Некоторые говорят, возьмите с собой, ну, не в данном случае, а просто так, возвращаясь к тому, что прочитал, возьмите с собой обязательно кусок сырого мяса окровавленного, мы будем ритуалы проводить. Возьмите с собой, чего ты смеешься? Возьмите с собой водки или чистого самогона, будем ритуалы проводить. Возьмите с собой, там кто-то петуха привезите, будем там голову отрезать. Возьмите, ну, в общем, много чего с собой взять. В данном случае, что с собой брать? Вот Елена задала, давай от хозяйственных дел, заканчивая с тем, как там вообще, что будет происходить. Ну, в данном случае на Купалу, если вы приезжаете, то вам ничего брать не надо, кроме там, если есть как бы славянская обрядовая, ну не обрядовая, просто славянская одежда какая-нибудь. Этого достаточно, не больше, не меньше. Если хотите проходить обряд именно речения, ну то же самое, этого достаточно. Там никто никаких своих личных треп приносить не будет. Просто там будут какие-то небольшие обряды, помимо общего купальского обряда и большой мистерии. Вот. Там, да, за свой род, за свое что-то можно принести требу, там, поговорив с обрядодеем, чтобы треба, возможно, лучше взошла и отправилась туда, куда бы вам хотелось. Вот примерно так. А насчет всех, у нас все жертвы, все требы, они бескровные. Хорошо, а где жить? Палатки, там что-то еще, спальники, что-то Ну, в этом плане, да, как бы приезжаете, если нормально пообщаться, потому что я с организаторами говорил, что, скорее всего, там в ближайшие дни, наверное, дадут объявление, что
Кто хочет, может подъезжать и в четверг, то, ну, пока основная группа Радовичи на праздник не подъехала, там уже, когда будет толкотня, можно будет пообщаться и со жрецами, можно будет пообщаться с представителями, наверное, разных общин, которые будут подъезжать чуть раньше. Вот. А так, естественно, палатка, спальник, каремат или там пенка, кто как называет, на чем спать. Вот и вода, дрова, там все это будет. Хорошо, ну все вопросы мы с тобой уже из эфира выбрали, из чата, вернее, в эфир выложили, ответили. И можно нам подходить к заключению сегодняшнего нашего эфира, какие-то добрые слова говорить, что-либо такое вечное, доброе. Ну, мы всегда и говорим, и, как я говорю, мы не устанем говорить до той поры, пока слово наше не станет твердым, то бишь оно не будет, безусловно, проявлено в той реальности, в которой мы находимся. Я, как призывал, так и призываю всех Радовичей постигать ту веду, которая нам дана в виде знания, где-то книжного, где-то знания, принесенного через людей, где-то знания, которое хранится в вашей родовой копилке, потому что какие-то роды все равно занимались тем, что сохраняли свое сознание и пытались его передать. Поэтому цените свой род, и потому что в каждом из родов может проявиться человек достаточно высокого уровня ведания, который соберет род, наполнит его существование смыслом и придаст новую силу, новый импульс существованию этого рода. Никогда не считайте, что вы там в одиночку не можете ничего сделать или там сделали уже достаточно. Всегда есть возможность для приложения усилий, я говорю, там есть наши ресурсы, их, к счастью, достаточно много, их количество, в общем-то, умножается, но это не значит, что те радии, вот как Алексей, делая, в общем-то, большей частью Алексей, который держит и ведет Народное славянское радио, когда они больше чисто на своих силах, на своих возможностях стараются вытянуть ресурсы для большого количества людей. Потому что самое ценное, если мы разберемся, все, что мы можем получить в этой жизни, это практическое правильное знание, которое поведет нас по правильному ходу и позволит избавиться от морока. Вот. Как бы Алексей по мере своей, по силе своей старается вот искренне находить тех людей, которые являются и носителями, те, которые являются продолжателями традиции, чтобы они до вас через его посредство, через его помощь могли донести то слово, которое может оказаться для вас ключевым и правильным. Поэтому надо понимать, что, я говорю, самое ценное в жизни, что, по сути, мы можем найти, это правильное знание, которое нас поведет по стезе созидания, по стезе праве, по стезе развития. Вот. Посему всегда найдите способ помочь тем, кто, по вашему мнению, я не говорю, что вот берите списочно, по вашему мнению, является носителем света. И ищите способ как бы оказать какую-то помощь, какое-то содействие этим людям. И не забывайте, что мы все идем, с одной стороны, в одном мире, но мир в данном случае описывается просто окружающее нас пространство, но мы еще должны стать миром, теми людьми, которые взаимосвязаны друг с другом в деянии. Потому что только совершая общее деяние, мы и будем строить наш мир и наше коло, и тот мир, который нас окружает. Поэтому никогда не думайте, что вы одиноки. Всегда есть и люди, которые вас хотят услышать и хотят с вами вместе взаимодействовать, дабы продолжать наше правильное дело по утверждению нашего правила, нашего родового обычая в нашей и повседневной жизни, и вечности. Такое вот слово.
Алексей. Благодарю, благодарю. Ну что ж, напомню, что у нас сегодня на одном из календариков современных 16 июня 2016 года четверг, на одном из календариков 26 день месяца ветров 7524 лета пятница. Мы говорили про славянские обряды как духовные практики, главный следующий Сурьяр, за что мы низкий поклон. Благодарю всех участников чата за активную поддержку, за то, что очень интересные содержательные вопросы часто задавались, и вообще вы общались сегодня очень хорошо и добро. Мне очень понравилось ваше общение. От себя я хочу вот что добавить. Сегодня прозвучала очень полезная и хорошая новость для меня, то, что там будет представлено несколько направлений, и что это будет все объединено, вот наконец-то будет какая-то договоренность. Это очень хороший позыв, очень хорошее направление. Что из этого получится, посмотрим. Но что уже возникла такая необходимость у людей, и хотя бы начали с друг другу сближаться, договариваться, это о многом говорит. Пришло время объединения, пришло. И в связи с этим хочу сказать, не пытайтесь кому-то доказывать, что чье-либо учение лучше или хуже, поскольку всегда есть те, кто чуть-чуть выше вас или чуть-чуть ниже вас по уровню развития или по своему ведению. Не факт, что вы выше своего собеседника, и не факт, что вы ниже. Просто у каждого есть свой путь развития, и, может быть, как раз ему нужно пройти вот эту самую дорогу, вот в это самое время, чтобы вот этот путь развития, он был от начала до конца лично им пройден. Поэтому свою правоту доказывайте всегда не словами, а доказывайте своими делами, своими мыслями. Ведь даже если вы будете говорить очень-очень хорошие и очень-очень правильные слова, а на самом деле у вас внутри будет бурлить гадость, это все будет видно, это все будет чувствоваться. И вы станете посмешищем, как часто становились и становятся посмешищем те, которые о себе очень много возомнили, которые очень много говорят хороших слов, а там, за кулисами, когда они уходят с трибуны, они начинают себя вести, как последние какие-то существа человекообразные, которые и матерятся, которые там еще что-то делают, а на людях они якобы хорошие. Так вот, пришло время, когда вот эта показуха, вот это двуличие, оно исчезает, оно срывается с этих людей, личины открываются. Вот не будьте такими. Не надо много слов, не надо много красивых доказательств. Вы просто живите. Живите так, как это нужно вашим родам, как это необходимо вам в вашем развитии. И все тогда станет на свои места. И все тогда будет так, как надо. Еще раз благодарю всех за активное участие. Желаю всем самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч. В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать.